Давай вот так вот. Ну чё, доброго всем днища. Текс, а что мне надо по инвентарям? Мне надо айтем-кондуиты на байсик-драйвера. Короче, надо заниматься своей мобой-фермой. Чудесный раз чудесный, два чудесный. Текс, попробую скрести 2-2... 10-10-10 куриц. С 10-10-10 куриц я не уверен, что получится 10-10-10 ребенок. Но это не точно опять. Так, погоди. 2-5-3. Так, мы делаем так, так. Вот так. Сейчас, вот. Раз-два, все нормально. Далее. 5-6-5. Так, вот эту заменяем на 5, 6, 5. Раз, два. Каким раком они в прошлый раз успели, как бы... Я ж закончил только на том, что я их сразу поменял. Чё они вообще такие резкие? 9, 10, 7. Вот. Это будет многоэндеримная курица. Но надо посмотреть, какие курицы у меня есть десятки, и что с них можно получить, понимаешь? Ну, допустим, у меня есть золотые десятки, алмазные десятки. Вот с алмазной что можно? Алмазная с кактусовой, с незервартовской или с ричслагом. Понимаешь, и я ничего из этого десятками не делаю, например. Золотую с чем можно? Лава нет, глаз нет, сильвер, по-моему, нет, глоустоун. Не, глоустоун я не вывожу. А что я вывожу? А, я стальную вывожу. Остальная только в Танжестон идет. Так. Soul Sand нет. Redstone Crystal нет. Иридиум нет. В итоге золотая тоже пролетает. Так, железная. Yellow нет. Flint нет. Redstone. Спорно, кстати, редстоуна надо будет достаточно большое количество. Редстоуновую курицу так-то вывести тоже можно. У меня их всего 6, и в принципе... Я бы не отказался еще больше редстоуновых куриц поиметь, да. То есть сейчас у меня курицы проходят селекцию на ультратяжелые металлы, которые мне в больших количествах тоже пригодятся. А вообще, редстоун, да, редстоун тоже надо выводить. Здорово, Иван. Может, угольные десятки... Угольные я 100 пудов буду улучшать, и я их буду делать очень много, потому что... в зависимости от подачи воды еще посмотрим, конечно. Но вот сюда вот угольные пригодятся. Может, пора еще чем-нибудь заняться, кроме курбальбордой? Зачем? Вообще, еретик. Такие мысли говорить, фу, таким быть вообще. Так, 6, 8, 6, сюда. Отлично. А, да. Раз, два. Угу. Тут еще нет. Сюда тоже раз, два. Сюда раз, два забыл, бывает. И все. Окей, делается. Так, значит, что у меня получается по мобоферме? Мобоферма, мобоферма. Столб сигнальный, я не так. Иди сюдой. Не, плохой сюдой. Дальше сюдой. Какое неудобное место для дровера, я должен сказать. Для ящика, в смысле. Ладно, пускай будет так. Мне нужна определенно мусорка. Сюда. Разбил мусорку, начало лагать. Так, ты иди сюда, и ты иди сюда. Значит так. Прежде всего будет у нас всасывал... Ну, хотя всасывалку по центру, наверное, надо оставлять. В любом вообще случае. После чего уходит у нас кондуит сюда. Так, мы делаем ать... Оп. Не говори мне, что ты не можешь кондуит нормально про того самого у тебя. Вот. Так. Теперь...
пыщ, пыщ, пыщ. Пыщ, пыщ, пыщ. Так. Пыщ, пыщ, пыщ. Пыщ, 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 пыщ. Пыщ, пыщ, пыщ. Мне же надо как-то будет подходить вот так вот с краю, чтобы... Блин. То есть мне изнутри надо будет подходить смотреть еще. Когда я успел это пропустить. Бывает, ну, причем такое, тёпло успел. Выращивание, многовыращивание многокуриц. Как тебе не стыдно? 686. Погоди, с помощью 686 курицы я получил 686 курицы, да? По-моему, это нечестно. 364. Отлично. Так. Здесь процесс. Здесь 9, 10, 8. Так. Так, оп. Ну и здесь, собственно, в процессе. Окей. Так, жарим цыпочек, жарим цыпочек, жарим цыпочек. Хорошо, пускай процесс продолжается. Так, здесь у меня будет экстракт. Экстракт будет синего цвета. И, наверное, все, да? Наверное, все. Так. Теперь мне надо расставить. Я думаю, что мне придется еще одно место себе сделать. Чисто чтобы пошире было. То есть мне надо сделать вот так вот ач. Вот так вот оп. Оп. Йоу. Дальше. Ач. Оп. Ач. Йоу. Так, теперь мне надо мою строительную палку плюс слаги. Слаги? Слабы. Тебе ведь нужно электричество? Куда? Ну, вообще, мне нужно электричество, но у меня как бы есть его производство. Оно просто неочевидное, и оно сложное, и оно не автоматизированное, но оно есть. 5, 3, 4. Так, сюда... Забыл, да. 10, 10, 8. Отлично. Есть мнение, что пора бы уже 10, 10, 10 появляться. Драконьум чикен. Первая чикен, которая прокнула сразу драконьум. Вау. Вау, я бы даже сказал. Охереть. Просто нахрен самая первая курица... Селективно прокнуло сразу нужное. Ну, я, собственно, начинаю получать драконьюм, ребят. Шаг, ящики для мешков не взял. Рано еще. Шаг, там есть, кстати, дровер-контроллер, который можно пихать по всем ящикам. Пихаешь в него, он сам пихает куда надо. Точно, я же им пользовался. Да? А, нет, я от него наоборот отказывался. Потому что через дровер-контроллер надо whitelist дровер-контроллера ставить непосредственный, понимаешь? То есть, грубо говоря, чтобы использовать дровер-контроллер, я должен вот из этой воронки три провода в дровер-контроллер опустить с whitelist'ом на особенные вещи. Исключительно на, там, я не знаю, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и так далее. А все остальное выкидывать к хренам, понимаешь? Я думаю, что так работать не будет. Я откажусь от дровер-контроллера в пользу айтем-кондуита, который будет сам все это дело распределять. Шаг, ты стальных не кормил. Сейчас покормлю. То есть ты не использовал довольно простые в крафте реборн-генераторы? Нет, они как бы мне не нужны. У меня есть генераторы с термалки. Нафига мне реборн-генераторы? Так, забор стак. Так, слабый ач. Забор стак ач.
Строительная палка, строительная палка. Угу. Далековато. Ну да ладно. Так. Мы ставим сюда слой. Сюда слой. И, наверное, еще один по одному слою для запорчика. Честно так, чтоб дышалось лучше. Так. Просто чтоб лучше дышалось. Так, так. Сюдой и сюдой. Во. Так, плюс доделать заборчик у нас здесь, то бишь тут. Так, так, так. Да. Так. Итак. Из контрбет. Если в дроверах места не будет, он туда ничего пихать не будет. В смысле? Ты про что вообще, Эльдада? Я думаю, он просто не будет принимать, что впихнуть некуда. Нет. Потому что у меня на выходе будет стоять мусорное ведро. Чтобы как раз ничего не засорялось, все, что не попадает в дроверы, попадает в мусорное ведро. Я думаю, вот это все. Вот это все. Вот это. Броня. Это все будет попадать тупо в мусорное ведро. Но! Здесь есть еще, я на самом деле немножко неправильно сделал. Мне нужны двойные или четвертные, скорее, даже дроверы. Фишка в том, что есть предметы, наверное, двойные. Или четвертные все-таки. Какой бы дровер сделать себе? Ну давай четвертной я дровер сделаю. Наверное. Так, и так, и вот так, и вот так. Здесь есть вещи просто, которые... которых много, но которые немного стакуются. Вот эти, например. Ради них один дровер здоровый тратить не надо. Совсем причем. Текс. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот. А чем можно сделать еще проще, на самом деле? По дроверам. Можно просто в дроверы поставить спецресы. Вот и все. Ставишь 15 дроверов, пихаешь туда все нужные вещи, контролер туда приоритет больше, потому что какие-то даже не нужны. Знаешь, в чем косяк в твоем плане? Потому что в том, что ты не можешь предугадать, какие все вещи будут дропом с мобов в новом моде, в котором ты еще не разбирался. Так. Теперь вопрос по поводу фильтров. Я не помню, как фильтра делать? Окей. Я понял, так, экстракт не надо. Здесь инсерт экстракт одновременно может быть. Чё-то я такого вообще не помню. Чтоб можно было так раньше сделать. Хотя, может быть, можно, я просто этим не пользовался. Так. Потом будем смотреть, что у меня по фильтрам получается там. Хотя, на самом деле, да, есть такое, что мне фильтры на самом деле не нужны, нет. Правда.
Мне фильтры понадобятся только в многодроверах, наверное. В обычных дроверах фильтры нафиг не нужны. Потому что они будут только тем, чем я непосредственно дроверу поставлю. Так. Ну еще, допустим, приоритет. Ну давай 10. Такс. Приоритет 10. Это будет типа стандартных вещей вообще все. Приоритет 10. Приоритет тоже 10. Еще надо сделать немного по-другому, чтобы у меня вся последняя линия была. Чтобы у меня вся последняя линия была именно 4 полдроверами надо сделать. Вот. А обычный дровер уже сюда. Так будет проще в приоритетах понимать, что-то как. Такс. Дорога капоил. Так, у тебя. Так у тебя все, что не в лиде дроверы, пойдет в урну. Никто, в том-то и дело, что у меня будут дроверы на низкий приоритет, которые не будут выставлены. Как тебе сказать там? Короче, увидишь. Смотри. Я потом покажу, как у меня все будет дело обстоять. А потом уже после выставленных дроверов на низкий приоритет будет мусорка. И тогда уже посмотрим. Тоже, тут тоже. Упс. Так. И? Меня радует, что вот это все по миллиметражу можно прям вот прокликать то, что нужно. То есть мышка не опирается, не запинается ни в какие там дроверы, провода и так далее. Очень удобно. Итак. Угу. Теперь чем? У меня остались эти три только, правильно? Да. Я думаю, я даже сделаю еще вот так вот. Так вот. Кингс. Мне нужно еще 2x2 дроверов, я думаю. Еще 4 штучки. Эй, игнор чатика. Че тебе не нравится, Капойл? Скажи мне. Зарекомендовал. Упс. Сорян, земля. АОЕшка. Зарекомендовал. Тебе нужен только фильтр на блэклист, мусорку, а все остальное будет по сундукам сваться. Тебе не хватит фильтра блэк... в этот, фильтра в мусорку. Одного. Даже адванс фильтра в мусорку тебе одного не хватит для того, чтобы... запретить туда вообще все. Тык. 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 Текс. Теперь чем? Значит, что я хочу сделать? У нас вот здесь вот еще не сделаны. Так, инсерт, синий. Приоритет 9. Так, инсерт, синий, приоритет 9. Мне фильтр придется представить. Причем фильтр на блэклист мне, наверное... Нет. Видимо, фильтры я буду ставить потом, и фильтры должны быть white-листовые, не black-листовые. Угу. Так, подожди, что? Так. Ты у меня экстракт еще? Так. Где
Здесь синий. Оп, 9. Я сейчас включу мобу-ферму и посмотрю, что у меня по дропам получается. А там будем уже непосредственно блэк-листами оперировать того, что мне нужно включать в сундуки. А что мне нахрен не нужно, типа луков, включать в сундуки. Так, у тебя же много мусорок. Это не много мусорок, это три мусорки разного типа. Одна для воды, другая для вещей, третья для энергии. Поэтому мусорка для вещей у меня всего одна. Так, все? Все, окей. Значит, сюда ниже приоритет идет, сюда выше приоритет идет. Так, чтобы все правильно распределялось, высокий приоритет. Мне надо выставить на свои основные ресурсы, которые я хочу получать непосредственно с моба фермы. А это ганпаудер, стринги, кости, инферниум. Так, давай так сначала. Так. Это то, чего будет много. Дальше у нас будет типа вот так вот. И вот так вот этого будет мало. Возможно, кстати, дровер надо бы сделать. Да не, бред какой-то, нафиг дровер. Да, Родример, что за сборка, читай название стрима. А чё, Дример, тебе так не нравится майн, что ли, этот новый? Не, я понимаю, что я его третий день подряд стримлю, но тем не менее. Так, палки. Палки вообще можно в мусорку будет отправлять. Стрелы, да. Стрелы сюда пригодятся. Естественно, у меня здесь будут апгрейды, а потом еще и войд апгрейды, это не вопрос. Так, теперь крафтовые. Крафтовые. Так, сейчас крафтовая. Крафтовая. Плюс экспа. Экспа в большой... Хотя... Но экспы будет, конечно, много, но не совсем много. Я не знаю, есть ли смысл ее в большую ставить. Такс и экспа. Так, плюс... Я вот не знаю, соул-гемы по-хорошему тоже нужны. И по идее здесь все соул-гемы, которые вообще у меня здесь бывают. Так, насколько вы мне необходимы для крафта? Они нужны только для крафта Tool Soul. Не, на самом деле глупо сделал. Нахрен Soul Gem. У меня тех Soul Gem'ов с... этого... С пшеницы уже настолько много, что ну нахрен эти Soul Gem'ы. Так, Soul Gem'ы нахрен. Вот эта вот сетка, по идее, достаточно редкая будет, хотя ее что-то много стало. Ну, это типа особенная сетка. Infinity Booster Card. Я не знаю, что это, но я не хочу под него хранилище отдельно делать, честно говоря. Зомби-плоть, да, кстати. Зомби-плоть тоже пригодится. Это я сделал. Вот эта хрень пригодится, и вот эта хрень пригодится. Причем зомби-плоть идет у нас в большой. Этот даст идет в большой. Этот идет в малый. Пардон, какие стринги ты хочешь с монстров получить? Обычные белые. Всяк, можешь используешь эти соулгим? Да нахрена мне, пока у меня оружия нет. Ну, моего нормального оружия у меня нет. Нафига мне использовать соулгимы? Они пока останутся в ящике на пофиге, и как бы все, и я от них ничего не жду конкретного. Так, продолжим с размножением куриц. 8, 10, 7. Иди сюда, дальше размножайся. 3, 6, 4. Блин, 3, 6, 4 на чуть слабее курицу снова дала 3, 6, 4. Такой бред. Сигналимные курицы вообще развиваться не хотят. 5, 5, 4, вот это другое нахрен дело.
Такс. Эти курицы хотят размножаться. 10-10-9. К сожалению. С эндоревными курицами придется еще разок. Так, уже? 9-9-10. Ладно. На. Так, и здесь у меня эндерперловская снова курица. Грустно. Нужна еще одна, короче, спецкурица на драконик. И все будет зашибись. Infinity Booster Card предоставляет доступ к ME сети в любой точке мира и в любом измерении. Ну, здорово, но у меня вроде как эти бустер-карты уже есть. Я не уверен, что они мне нужны в большом количестве, правильно? Да и я не уверен, что мне нужен доступ к МЕ в любом измерении. Знаешь почему? Потому что будет какой-нибудь эндер-сундук с эндер-мешком. И нахрена спрашивается? 10-10-10. Найс. Еще раз попробуем 10-10-10. И будем выводить 16 стальных куриц на 10-10-10. Стали будет обдолбиться. Так, 10-10-9. Еще одна. Все никак они 10-10-10 не сделаются. И пигайрон еще одно. Найс. Молодцы. Так, 4, 8, 5. Ну, ладно, они все равно две одинаковые, поэтому пофигу. 10, 10, 10. Найс. Так, теперь мне надо еще 14 таких куриц, значит, 28 зерна. Поехали. Так, сюда жарится. Сюда жарится. Процесс, везде процесс. Шо. Вайбрант Алой самое интересное пока. И Эндериум, который 10-10-10, ну 100 пудов должна получиться уже. Можно даже две таких попробовать. Эндер сундук, сумка маленькая. Ну почему маленькая? Этого более чем хватает. 6-5-6. Так. 6, 5, 6, 6. Да, 10-10-10, действительно. Ну, пускай десятки сразу делаются, хрена. Нет. Так, здесь всё. Вот так вот. Поехали. Так, дальше у нас должна стоять в конце мусорка. После того, как я вот это все подключил, подрубил. Да подай, да будил. Так, стоит мусорка. Мусорка на инсерт тоже. На ноль приоритета. Ну и пока все. Я в нее фильтр не буду пока вставлять. Дальше мне надо будет сделать блэклист на вот эти луки. Я не знаю, как с метадата работать, чтобы никакие луки и так далее вообще не принимались. Ну, кстати, головы надо бы. Да, головы тоже пригодятся. Это полезная вещь. Текс. Ну и давай, собственно... Ать-оп. Строительная палка пока не нужна. Драм нужен, кстати, да. Я совсем забыл, что драм для Ивана. Короче, экспа нужна в драм именно. А убивать будут? А Икспа, по идее, должна идти, но на самом деле она никому нахрен ничего не должна. Она такая странная. А почему? А, то есть ты мне Always Active должен везде поставить еще до кучи. Точно, блин, я же забыл мешки подсоединить. Вот теперь, да, теперь я в натуре забыл по поводу мешков. Ух, там мешков сейчас накопится. Слушай, интересно, он ставит? Заряды остаются? Окей, даже если я разрушаю. Это радует. А, мешки. Мешки вообще главным приоритетом должны быть.
То есть надо ставить мешки где-то вот сюда, наверное. Так, инсерт, синий. Тут приоритет вообще в 15 нахрен. Вот. Прежде всего, мешки туда должны идти. Ну, в принципе, на удивление, даже когда Never Active, оно все равно работает. Ну, то есть, в эти дроверы подаются предметы, в любом случае. Забор, так, мешки. Вот что со шлюмами делать, это огромный вопрос вообще. Так, 2550, надо записать. Так. 2550 мешки. Работает просто он или нет? Так, для инсерта не нужно вероактив включать. Я знаю. Точнее, я догадывался. Как мне сделать так, чтобы сюда не попадали долбанные луки? В принципе, поставить фильтр. На блэклист, на луки. Я не уверен, что это будет нормально работать, честно говоря. Ну, допустим, какие... С нижнего начиная, например, да? Хотя нет, тут надо дальше, тут наоборот надо вот с третьего начиная. Так, спать. Надо было один лук с собой взять. Так, любой лук. По идее, он должен поставиться в блэклист. Так, лук, блэклист, игнор метадата. По-моему, игнор нужен, да? Не матч, а именно игнор. Так, раз, два, три. Так, и посмотрим, собственно, луки у меня вот сюда вот попадут или нет. Скорее всего, они попадут вот сюда вот, но просто интересно. Помимо луков нужны всякие шлемы, но типа шлемов много видов. Нельзя просто так взять и написать. Жалко, кстати, нельзя именно написать, типа, вы сюда не ставите ничего, у кого, у чего есть в названии Helmet, например. Почему нет? В мусорку whitelist any look. Кать, если я в мусорку поставлю whitelist any look, то мне придется сделать в мусорке высокий приоритет, чтобы луки туда попадали в первую очередь. А у меня в мусорку попадает все, что не попало в дровер, то есть приоритет у нее низший. А, может, поставишь whitelist на луки в мусорку, а потом луков подкинешь. А, вот по поводу луков подкинешь, да, это интересно. У тебя рарные мешки в четвертом дровере, ну-ка. Такс. Ага. По поводу мешков, да? Увеличивается, окей, да. Мешки сюда отправляются, это хорошо. То есть мне надо, короче, эти ящики чем-то забить. Прежде чем мне все распределяться будет по... Почему ты сюда, а не сюда пошел? То есть, погоди, мне все-таки надо не равные приоритеты выставлять, а по нисходящей прям. То есть, грубо говоря, здесь должен быть приоритет в 30, здесь приоритет в 29, здесь в 28, для того, чтобы он сначала все это дело проверял. 28. А то вот мне сейчас запомнит левый драйвер тем, что у меня справа есть. 27. Не. 26. 25. Ха. Так. Блин, а как же это поставить-то грамотно, ё-моё? Они в пустые ящики пошли, потому что приоритеты равны, но этот дровер ближе, я в курсе.
Я поэтому выставляю сейчас разные. Ладно, похрен, давай 24. Так, 23. 22. Главное не забыть, как они у меня идут. Что они у меня змейкой пойдут. 21. Так, 20. 19. 18. 17. 16. Такс. Сюда как бы, ну, хоть до 50 прощелкать можно, на самом деле. Мешки должны прежде всего сюда сгребаться. А, так, на чем мы остановились там? 16, да? Здесь 16, вот тут вот 16. То есть вот тут вот должно быть 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0. И теперь она будет постепенно проверять всякое, но опять же, те же мозги и всякие эти штуки не будут... То есть мне сначала надо здесь заполнить тем, что у меня будет часто, много, сильно кэнон. А потом по нисходящей сделать. Либо поменять их местами, как вариант. Либо реально чем-то их заполнять... Хотя многодропов здесь на самом деле, ну, то есть вот таких вот многодропов все тут больше нет. Не проще забить дроверы, чем либо. Вот я об этом и думаю. Ну, типа, мне, по идее, не нужны. Окей, такие двойные дроверы, давай все это дело забьем в обычные дроверы. Типа так, типа так, типа так. Ну, типа так. Нет. Типа вот так вот. Так, значит, у нас идет так, так, так. Сверху будет заполнение. Тогда вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот вот. Вот так вот. Ну, по идее, вот. Давай посмотрим, как оно так будет работать. Окей. Поставь туда сердца и бла-бла-бла. Спасибо. Дельный совет. Отличный, да. Сарказма в моем голосе нету. Вообще. Так, что у нас получилось? Еще одна драконим. Так, эндерперлу можно, в принципе, сюда отправить. Так, дракониум. Уа, три дракониум слитка. Уа, это офигенно. Так, дракониумом сразу надо заниматься, вообще моментально. Здесь у нас есть 16 стальных куриц, которые мне сейчас будут делать ультрасталь 9000. Вот, вот, вот это, короче, не рулет. Вот рулет. Чё это рулет? Угу. Так, какие нам? Из стальных мне больше ничего не надо. Ну, на всякий случай я их сохраню себе. Сейчас стали будет просто обдолбисимо. И за счет этой стали, в принципе, можно спокойно распахивать Immersive Engineering. Давно мы... не очень давно, хакер. Не скажем, жаль, что у меня там Infinity Heart и Soul Cup, который на дроверы ставить не хотел. Не, ну в смысле, никто. Пускай будут. Дроверы-то чем-то надо заполнять, ладно? Вот, ну просто, чтобы, ну, не были пустыми. Ну, пустые дроверы — это грустно. Я думаю, ты со мной согласишься. Ну, грустно видеть пустые дроверы. Так. Блин, такие ультрастаки ресурсов, это просто обалдеть. Да, мне действительно скоро понадобится обязательно мешка. Так, по поводу размножения. 5, 9, 6. Так, тебя сюда. Мне скоро еще зерна понадобятся. 6, 7, 6. Так. 10, 10, 10. Так, и теперь эти курицы мне надо. Еще 14, еще 28, да. 27, 28. Отлично.
Ну, конечно, у меня будет настоящее массовое производство Эндериума. Так. А сверху... Сверху мне драконим продолжать? Но драконим мне больше нафиг не нужен, на самом деле. Потому что дракониум уже... Пошел в селекцию, да. Окей, ну. Теперь то, что я хотел. Эмералд. Мне надо много эмералда. То есть изумрудов. У Корук Попа болеть не будет? Не должна. Шаг, все модеры на стриме свою работу не выполняют. Ну, бывает, и чё? Дальше ты чё? Чё, модеры не люди, что ли? Они должны... Постоянно смотря чат, не отвлекаясь вообще ни на что? Глупо. Оу, хрена себе, я могу АА распахать непосредственно из куриц. Лол. Забавно. Но мне нужна просто изумрудная. Эмералд, 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 слайм, эмбер, констант. Прас. Передот, фемига. Блин, была же эмералдовая курица. Такс. Окей, на. Чикен. Эмералд. Такс. Эмеральди кристалл. Вот, эмералд. Блин, как она выглядит, не очень. Алмаз на кактус. Внезапно. Окей. Так, у меня алмазные курицы обычные остались? Нет. Окей. Так, спыщ-пыщ, алмаз на кактус. А чё? Посмотрим, что там будет. Так, 6, 10, 7. Сюда. 8, 7, 7. Сюда. 10, 10, 10 производства. А, ну, кстати, 2 сделались, можно так сказать. Оп. Немного производства ускорить. Дальше жарим цыпочек, жарим цыпочек. Пора немного потверкать. Определенно. Чего шокир... Чего ты мне шокир блайндишь, Кать? Типа алмаз зеленым покрасить получится изумруд. Логично. Катька спамер. Короче, вот просто так отёп, и Катька спамер. Вообще бессмысленный и беспощадный. Я же не знал, Кать, как алмазы выглядят, правильно? Они должны быть зелеными. Они не должны быть вот такого странного цвета. Блин, это не алмазная курица, это хрень какая-то. Вот это алмазная курица, вот это алмазная курица, вот это даже алмазная курица. Курица. Курица алмазная. Вак, Мидир, ненавижу этого дракона. Да ладно, нормальный дракон, чё ты? Пиромантом завалил, завалил, все, дракон нормальный. Тут есть автофермер? Может быть. Но, как и для любой авто какой-нибудь хрени, ему надо энергия. А я энергии, как ты видишь, не занимаюсь особо сильно. Как это не алмазная курица из изумруда должна быть похожа на алмазную? Да нет. Ну блин, нет, наоборот, должна. Она должна быть похожа, ну ладно, даже если бы она была похожа на алмазную, только с изумрудом, да? Но вот алмазная. А вот, она, это, короче, это как конь в пальто, только курица в пальто, блин. Но она, ну, вообще не выглядит нормально. Ну, фэр. Я буду с этим смотреть, я буду протестовать. Не выглядит она как нормальная курица. Так, ну, так. Текс, что у меня в итоге получается? Угу, луки, 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 тра-та-та. Ок, 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 ок. И бродни еще до хренок.
Так, плюс откуда-то взялся картофан, что странно. Секунду, ребят. Здорово, Фризер. Так, еще эту сюда. Надо что-то делать с луками. Так, ну вот эту я все заполнил, допустим, да? Осталось раз и два. Давай ставить, пробовать фильтры непосредственно сюда уже. Фильтр на лук, на там броню и на броню. Ать, оп. Так, фильтр на лук, на броню. Возможно, мне все-таки придется делать расширенные фильтры, чтобы чисто больше предметов в эти фильтры вносилось. Так, и посмотрим, будет ли оно нормально так работать. Так, это у нас все в мусорку идет. Даже золотые, в принципе, на самом деле оставить-то можно было на переплавление, но нет. Так, у меня предложение напихать много дроверов 2-2. Не. Лень. У меня же 4000 на ресайкл баги. Обалдеть. Ну давай откроем пару ультра-артефактных мешков. Получим ультра-хрень 9000. И что я получил? Так, давай так. Сейчас. Я там посмотрю, что я получил. Чтобы мобы респались. Значит, я получил Void Tier, который достаточно легко делать, и она нужна для всякого. Torchstone of Midas, Repair Gold Items. Охренеть. Так, ладно. Я получил Mining Backpack, нафиг не надо. Здесь мне нужен уже пульверизатор. Пульверизер. Для того, чтобы алмаз добывать. Зимлет часть получил и амброзию. Которую, в принципе, можно бы пожрать. Так, мне надо немного попрыгать, побегать. Так, все. Сожрал амброзию, так сказать. Потому что почему бы и нет. Так, дальше цыпочки, что у нас? О, эмералд сразу прокнула. Not bad. И изумруд на цыпа. Возможно, прыгнет вторая, можно будет сразу скрещиванием заниматься. 6, 10, 7. Так. 9, 9, 7. Так. Здесь у нас почти готово. Здесь прокнула еще одна алмазная. Кстати, алмазная прокнула 10, 10, 10, судя по всему. Потому что я их, ну, совместить смог. Здорово, Никит. Как Эмералд выглядит, выпусти посмотреть. Я говорю, это, короче, курица в пальто. Как конь, только курица, блин. Есть! Эндериум курицы 10, 10, 10 из 10, боже мой, 10 из 10. Ну, это мега производство эндериумных наггетсов. Тоже not bad. Так, больше жареной курицы, больше жареной курицы. Так, у меня здесь мусорка есть или нет? Нет. Нет. Мусорки, видимо, своей нет. Надо пользоваться вот этими мусорками. Ну, или просто выбрасывать, действительно. Че, паришь, когда можно просто... Ми. Просто уи не сработало. Сработало одно альтернативно гениально, потому что было всасывание. Оп. Вот. Слушай, работает!
луки отправляются непосредственно нахрен. Осталось, чтобы вот эта броня еще непосредственно нахрен везде отправлялась. Так, фильтр работает, и это все, что мне нафиг надо. Самое главное, что фильтр работал. Но фильтра не хватит, потому что здесь всякие мачете еще будут и так далее и тому подобное. Причем мачете-то тоже как бы разные. И это грусть. Вот опять же, блин, у меня не стоит... А, у меня фильтр на шлему не стоит, точно. Фильтр шлема. Но самое плохое, это, конечно, луки. Тут луки, это прям вообще забей, как плохо. Их просто слишком много добывается. Так, окей, на. Чтобы все нормально. Угу. Везде зачарованные шлемы показываются, они обычные. Ну ладно, будем посмотреть, что еще навыбивается здесь. Мешков еще почти 1000 натикало за это время. Неплохо. Шак, ты вот понимаешь, что одежда, оружие, десятки? Возможно, игнор метадаты, Кать, как раз и сделает то, что они будут все игнорировать, и поэтому не десятки, а просто так. Вот. Но опять же, это не точно. 8.10.8. Окей. Крайне тупые медленные сигналы умной курицы. Вот они вообще размножаться нормально не хотят. Пипец. 9.10.9. Вайбрант алой уже почти. Так, здесь размножение прямое идет. Окей. Чё бы мне еще? А, кол, наверное. Пора уже углем заниматься, да? Так, уголь. Больше гугля, богу гугля. Пора делать нормальные угольные курицы. Так. О! Ну здесь хотя бы скорость уже возросла, спасибо. 8, 10, 9. Опять же, снова отличие всего на один статик. На одну циферку одного статика. Это такой бред. Я столько этих куриц пережарил из-за этого одного именно статика. Это просто неприлично уже. 10, 10, 9. Отлично. И по идее сейчас курица должна быть 10, 10, 10. Так, колчикен. Сюда. Поехали колчикен размножать. Еще одна Diamond Chicken. Причем тоже становится 10-10-10. На удивление. Так. Давай-ка я все ресы попробую собрать. Так. Я понял. Так, энергетика лоид. Энергетика лоид тоже как бы грустненько. Железо. Так, секунду. Ща вернусь. Сейчас только вот отёп. В принципе, провода пока тоже можно сюда. Все. Так, дальше отсюда. Обсидиан неплохо, стекло окейно. Сера пускай будет, инвар такое. О, пульсатин кара, найс. Серебро. Глина необходимая, соусен пускай будет. Редстоун. Блин, редстоуном им тоже надо заниматься. Редстоуна тоже очень много уйдет. Всего, чего уйдет, ну, крайне много, вот надо прям заниматься. То есть уголь на постоянную запитку, редстоун на постоянный крафт и так далее. Золота, например, тоже много надо. Дарксил, алмазов дико много надо, да. Стали очень много надо. Ну, в зависимости от мода, конечно, но в основном много. Так, лоустоун. Отлично. Так, давай посмотрим, что у меня с мобофермой-то происходит. Ну да, это не работает.
меня тут новые ботинки, новые штаны. Ботинок и штанов куча видов, и все одни будут падать, и все одни будут выбиваться. И, к сожалению, все они считаются. Даешь вебку, не, сегодня лень. И потом генераторная идея равно бесконечная энергия. Это надо производство куриц постоянное. Это немного не так. Но, видимо, придется смириться, время от времени выкидывать всякий бред. Но в основном, основные ресурсы, да, которые мне именно необходимы, я сюда поставил. Они будут много производиться, а дальше много выкидываться, если будут повторяться. Но по-хорошему нужен прооп, вот. Для этого я, собственно, Emerald Chicken создаю, чтобы прооп нормальный был. Мне, кстати, вот это все тоже по-хорошему надо выкинуть. Надо вообще почистить свой сундук, а то забьется он, и все, как бы, гг. Такс. Что мне еще не надо? Мультисторидж не нужен, воронки не нужны, алмазная шлема такая не нужна. Рельсы я так и не понял, нахрен я держу. Нет, они нафиг не нужны. Так, оп. Отлично. Дальше лава брик. Такое. Colossal Chest Wall нафиг не надо. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла, это нафиг не надо. Автосмелт, у меня кирка есть на автосмелт, моя теперь личная. Такс. Значит, чего у нас будет ультра много? Ультра много костей будет, этого будет ультра много, этого будет ультра много, этого будет ультра много. Это для начала. ГМЕДИ, ставь сундук большего размера, 9 на... лень. Ну, точнее, как не лень, я его сразу алмазным сделаю. Но для алмазного, чтобы чисто по квестам пойти нормально, да, мне надо... Смотри, я сначала должен сделать железный, потом серебряный, потом золотой, потом алмазный, а потом обсидиановый. Вот. Железный, серебряный, наверное, не смогу сделать. У меня серебра очень мало. Вот. Железный изи, золотой как бы тоже. Так, дракониум, иди сюда. Так. Эти две дракониумные я на всякий случай поставлю. 10-10-10 курицы, найс. Наконец-то нормально прокнуло. Сейчас проверим, чтобы две курицы было 10-10-10. Так, здесь у нас тоже 10-10-10. Опять же, две курицы должно быть 10-10-10. Это у нас сюда идет. И здесь что-то не прокает. Ладно. Так, пинг. Окей. Так, теперь вернемся к нашим баранам. Я думаю, что я, кстати, воспользуюсь услугами чисто так вот выкинуть. Что-то лень мне идти далеко. Так, мусор, 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 мусор. Мусор, 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 мусор. Отлично. Так, дальше чистим наш сундук. Сундук. Это все в принципе неплохо. Так, это мусор. Это мусор. Overgrowth Seeds, кстати говоря. Блин. Ну ладно, пока пускай будет. Так, бла-бла-бла, Excel Editions, окей, амброзия пускай будет. Удача 3, хрен с ней пускай будет. Обычный чикен. Ха, обычный чикен, наверное, пригодится как раз. Так, Stone Combustion, нет. Монстр Джорки, да тоже нет, ну и нафиг. Так, это нафиг, Трапдор нафиг. Я даже револьвер пока сохраню. Так, рыбка, снежок. Colossal Chest Wall, вот это нафиг. Слушай. А. Так, ща я одну идею проверю. Такс. Апгрейд.
А по городе. Где у нас колоссал честовские апгрейды? Так, это Барли, это не то. Это тоже не то. Такс. Upgrade little chest at next tier when having call require items in your inventory. Это чтобы не перестраивать колоссал чест и вечно не передюпывать. Съешь монстр черки, чтобы хп поднять, я же одну ел уже. Разве нет? По-моему, одну монстр черки я уже кушал, чтобы хп себе поднять. Так, вот это не то. Это пригодится еще. Так, 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 это не то. Это не то. Я не уверен, что мне даже пульверайзд айрон нужен. Так, это мусор все. Так, ага, с этих труб начинаю. Шугикейк несиц пригодится, мана стил щирс. Ну, пускай хоть какие-то ножницы мне, наверное, будут, да? Медиокр нафиг. Удочка нафиг. Если что, с удочкой проблем не будет. Я ее смогу всегда скрафтить еще раз. Так, снизерварты, бла-бла-бла. Ну, да, на самом деле, достаточно мало хлама, на удивление. Листья, сидушка, это все пригодится. Так, вот это нафиг. Настоящая земля. Так, рельсы нафиг. Книга на Smart Chicken пригодится, тоже в принципе. Даже тыква есть еще одна, забавно. Эффективность 5, да, Sharpness 5. Но на драконик на самом деле пойдет Sharpness 5 вполне себе неплохо. Упс. Где я остановился, ням. Вот. Текс, бла-бла-бла, бла-бла-бла, так, лук. Dark Bow, кстати говоря. Бла-бла-бла, стоункастинг нафиг не надо, текс. Сейчас я к нашим курицам вернусь, надо только вот это все повыкидывать нафиг. Так, вернемся к нашим баранам, в смысле курицам. 4-3-4. Окей. Вообще, на самом деле, жарить драконовскую курицу — это пипец. 10-10-10. Найс. Теперь мне надо их еще. Короче, надо 28, да? Надо еще 14, все дела. Отлично. Итого у меня будет сигналиум постоянный. Что хорошо. Возможно, курицу надо пересадить на постоянных вниз, а не постоянных вверх. Так, вот этого надо много. Че еще надо много? Вот этого надо много. Вот этого надо много. Вот этого надо много. Все, больше много ничего не надо пока. Очень радует меня эти ультракурицы 9000. Так, 10-10-10. Отлично. Сюда тоже 28. Так, ты идешь сюда. Здесь у нас угольно 3, 6, 5. Окей, сюда. Здесь, блин. У меня всего одна эмералд курица получается, правильно? Да. Мне нужно больше эмералд куриц. Так, жарить. Жарить. Отлично, сюда, чтобы ускорить процесс. Все остальное. О, так, взглянем на мобу-ферму. Сейчас я продолжу сундук свой чай, только надо на мобу-ферму сдвинуть. Шаг выше сейчас. Что такое лоу? Мусорки и 6 сторон фильтров у тебя хватает? Ох. Ты на Twitch стримишь? Ты не поверишь! Так, я придумал. Смотри, есть убер-дровер, который раскидывает вещи по всем смежным дровям. Так вот, если... Провод из вакуум-хоппера в этот дровер, еще один дровер в мусорку. Кать, есть идея проще, я ее уже озвучивал.
чтобы из этого вакуум-хоппера 4 провода в дровер. С фильтрами. Как тебе такая идея? Сразу 4. И много-много-много фильтров. То есть поставить вайт-листы вот на это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там, я не знаю, вот это может быть то, что нужно, а все остальное нахрен в мусорку. Как тебе такая идея? По-моему, идея отличная. Ну, лень. Ну, в смысле, как лень? Этим реально, ну, то есть, это сделать надо. Это надо все переработать нахрен. Это надо сделать дровер правильный. И все. И все будет зашибись. Но пока мне интересно... Я зачем все это делаю, на самом деле делаю? Мне интересно, какие еще луты могут быть с моба в моба-ферме. То есть, вот, например, о ведьмин шапке я вообще нахрен забыл. О димлитах я вообще нафиг забыл. Фэмили, внизу вся информация есть. Понимаешь? Катана на 11.30... Блин. Эта катана даже лучше, чем у меня оружие, на самом деле. И я ее случайно выкинул. Если Shift PKM зажать, не Shift LKM, а Shift PKM тоже, то ты выкидываешь предмет. По-моему, не самое умное было смотреть катану в мусорке. Ну да ладно. Ну и хрен с ней как бы, да. Не пропадем без этой катаны. Шаг молодец, отстань. Ну и горжусь, в смысле, ну отстань. Ну подумаешь, чуть-чуть лопухнулся, с кем не бывает. Так, ускорение процесса. 3.7.5. Сюда. Отлично. Алмазный. Да, блин. Тупые курицы для дебилов. Окей. Мне надо сейчас пойти еще раз тверкать. Так, потому что у меня зерен остается очень мало. А мне надо как бы 10-10 выращивать по 28 зерен. Поэтому у меня все зерна улетают, собственно, да? Не только по 2 зерна на селекцию, но еще и на общее выращивание много. Я пока чатик почитаю. Это когда... Это катана, который круче, чем у меня выкинул. Ну, типа, понимаешь, ну, она мне не нужна. Ну, надо довольствоваться тем, что у тебя есть. Не обязательно стремиться каждый раз к лучшему. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И куча других объяснений, почему я выкинул эту катану. Угу. Все объяснимо, да. Абсолютно все нафиг объяснимо. Тверкать в Майнкрафте под музыку из Майнкрафта от FJ'а. Класс. Всю жизнь мечтал. Так, окей, хорош пока. Так, шлеп, шлеп. Будь здоров! Будь здоров, кед святой, не удивляемся. Так, пойдем отсюда нафиг. Заметьте, животные не респаются нифига, это немного грустненько. Но, в принципе, ок. Тупая катана для дебилов. Но я бы не сказал, что она тупая была. Судя по ее статам, она была острее, чем мой меч сейчас с ней. Так, если не надо стремиться к лучшему, то ответь мне, нахрена ты делаешь 10-10-10 куриц для ускорения процесса добычи ресурсов. Чтобы у вас меньше времени отнимать, я о вас забочусь, Кать. Да. А ты, короче, не очень. Впрочем, ничего нового. Так, 16 сигналиумных куриц. Так, погоди, у меня сигналиум уже есть, а это... А, это энергетика, это не сигналиум. Погоди, у меня сигналиума нету, да? Я их вынул все в прошлый раз. Да. Окей, тогда мы соларебную курицу нахрен посылаем и здесь делаем многосигналиума. Определенно, многосигналиум. Так, вы любите друг друга. Молодцы, продолжайте в том же духе, собственно. Ускоримся. Так, сюда. Блин, сундук бы дочистить надо, но ладно. Тупые курицы! Для дебилов, естественно. 4-8-6. Окей, на. Драконим пока продолжает развиваться. Так. Еще у нас дальше в сундуке идет.
Так, где-то вот тут вот я, наверное... Да, я вот на седле остановился и так далее. Книга была, порох, бла-бла-бла. У меня 38 соул-гемов, как бы, помимо тех соул-гемов, что есть в моба-ферме. Decent. Decent — это неплохо. Так, с бла-бла-бла, щит нахрен, чарм нахрен, лопату нахрен, хранилище нахрен, стон конденсер нахрен, скатин найт нахрен, апгрейд нахрен, пригодится, это хорошая кирка. Так, стрелы нахрен, посох нахрен, small to medium storage great upgrade, так что ледишь, нахрен, chest upgrade tool, вот это пригодится мне в скором времени. Очень сильно, причем пригодится. Блюпринт на графит пойдет. Блинкаст нужен. Эти факела нахрен. Это палка нафиг. Шлем нафиг. Пол нафиг. Леттернов паранойя нафиг. Какая паранойя? Нет паранойи. B-sample. Это что, ценная хрень? Я пока еще не уверен, я ее оставлю. Так, электрик мотор нахрен. Хотя я хотел оставлять все, что у меня связано с... Нюклеар крафтом, ну то я тут подумал и такой нахрен. Нахрен, 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 нахрен. Ок. Кирку тоже почти нахрен уже можно отправлять, но пока еще нет. Так, продолжим. Так, Iron Cassing, нахрен, у меня уже есть круче. Киллер. Один раз он у меня убил в Майнкрафт, и я не уверен, что он мне нужен. Ну, пока пускай будет. Боб нужен. Так, щит нахрен. Многоцвета. И дальше идут... Так, вот это не полезный рез. Passable. Хрен с ним. Дальше идут, собственно, очень крутые шляпы, которые я уже разнодобывал, да, поэтому... Здесь выбрасывать уже тупо нечего. Здесь именно крутота ресурсная идет, прям ресурсная. Ну, разве что майнинг бэкпэк нахрен. И, наверное, Diamond Claws Armor тоже нахрен. А вот, чтобы делать пульверилайз, да, пульверилизатор, да, чтобы два алмазика добыть с этой лошадиной брони, или просто нахрен и подойти к курочке и получить 4 стака алмаза. Просто, с нихрена, постоянно. Круто, ёпта. Поэтому, так. Сталька, сигналиум. Такс, такс, такс. Охренеть, какой же я совковой лопатой грибу ресурсы. Это даже не совковая лопата, это нахрен телегой уже грибу ресурсы прям. Подъезжай телегой, закапывайся грибу, закапывайся грибу. Я вас зажарю. Та, не и, а или. Делайтесь круче, или я вас зажарю. Так. Vibrant Alloy тоже есть. Давай я пересажу. Допустим, вот эти нетрокварцевые курицы мне нахрен не нужны сейчас. Vibrant Alloy. И пыщ. И пыщ. Так, это начало Vibrant Alloy у меня. Это зашибись. Зашипыш. Экс, уголь на... А, я углю забыл дать эту еду. Чё-то меня вообще не радуют эти курицы сейчас, на самом деле. Где моя одна изумрудная? Всего одна еще изумрудная. Нужна одна, всего еще одна. Всего одна, еще одна, всего одна. Одна, одна, всего еще. Так, сталька, мазики. Но Darksteel я... Блин, серебро хочется больше. Знаю, что серебро пригодится потом. И точно пригодится Redstone. Ну, кстати говоря, вот с Redstone как раз можно пока и начинать. Redstone, поехали. Так, тебя жарить, тебя жарить, тебя жарить, тебя жарить. Жарю многоцыпочек без смс-регистрации. Эй! Ну, судя на самом деле по мобу ферме, плюс-минус все ресурсы я уже выбил. Ну, типа, не спецрез, а именно вот просто резы.
Причем же 330 каждому. Сколько там мешков? 10 тысяч! Вау. Ну, типа, я настолько охренел, что я могу артефактные мешки открывать вот просто вот так вот. Вот просто вот так. Взять и открывать. Может, начнешь делать МЕ куриц, приносящих кварц? Может быть, но нет. Iron Shovel. Slime Cube. Подожди, Slime Cube EMC 139 тысяч? Что? А-а-а. This block allows slimes to spawn in the chunk it's eaten. Unlike vanilla slime chunk slime, can spawn in any high and does not actually increase rate. Power percent, this block prevents slimes from spawning. Vanilla spawn, mechanics. Это спаунер слаймов. Это любопытно на самом деле. Спаунер слаймов. Поэтому он такой дорогой по EMC. Ладно. Пока оставлю. Так, дальше. Бла-бла-бла, 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 компас. Упс. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Все? Все. Значит, я получил. Protection from fun. Я не уверен, что мне это надо, но. Подожди, а куда ты ставишься? Упс. Ты ставишься куда-нибудь сюда? Она, видимо, в инвентаре защищает от падения, плюс у меня есть джамп-буст теперь. Такой себе. Iron Shovel Soulbound is... Эх. Diamond Help, man. Soulbound и Soulbound. Больше солбаунда, бога солбаунда. Так, у меня есть капаситор еще один. Капаситор прикольно. Staff of Traveling это хрень полная. Shears of Wither. Magic Jason Kirk and Leaf Conceals with Cold. Ладно. Что еще интересно? Team-up. Interdiction Torch. Repel Creatures and... Оп. Нафиг не надо. Погоди, кирка, просто Iron Pickaxe, ну, потому что просто так, действительно. Пыньк, пыньк, пыньк. Пыньк, пыньк, пыньк. Амброзию можно, кстати говоря, оставить, не такая уж и плохая вещь. Ставь к мобу ферме. Не, не хочу, Кать. У меня там еще слаймов? Нет, спасибо. Вот только мне спауна слаймов нахрен не хватило. 7, 6, 5. Сюда. Все. Капец, они реально просто не могут мне дать никак одну эмералдовую курицу. Одну, всего одну. Я не так много прошу, мне нужна всего одна еще Эмералд курица. 487. Окей, сюда. Так, еще пожарить. Сбор ресов. Сбор ресов. Сбор ресов. Сбор ресов. Сбор ресов. Ну, электрубмы у меня уже прилично сигналим почему-то. То есть. Электрубмы у меня уже. Да. Слушай, можешь мне автокомпре. Погоди. Компресс. Здесь есть компрессор, интересно. Оксиджин компрессор это не то. Осмиум компрессор тоже не то. Креатив компрессор. Ликвид компрессор. Это вообще пневмокрафт. Тек Реборн. Компрессион Динамо?
А, жидкое топливо и охлаждение. Есть такой компрессор, в принципе. Я просто думаю, может, чтобы не забивать... Хотя... Но тебе для крафта все равно слитки нужны, правильно? Я прям даже не знаю. По-хорошему, чтобы не забивать особо сильно сундук, мне надо сделать из вот этих слитков, типа, блоки просто. Это было бы удобнее намного. Так, 886. Давай 886 сюда. 233, 223. И на... Да есть же, да наконец-то, ёпта. Полгода не прошло, нет, прошло. Так, алмазное на место. У меня, блин, еще 6, 10, 10, 10 алмазных куриц. Куда мне их девать? Так, эмерал, давай иди сюда. Наконец-то я могу их начать выводить. Изумруды, опять же, важны. Изумруды нужны. Поэтому изумрудных должно быть тоже круто. Чтобы мне всяко из изумрудов делать. Так. Жарси, жарси, жарси. Про чех моба. Блин, у меня какой-то круг получается замкнутый. Моба ферма, ферма курицы, ящик. Моба ферма, ферма, ящик. Так, 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 так. А чё там курица забыла? У меня такой вопрос. С хрена в этой моба ферме чё-то забыла курица? Вот тебе и пам-пам-пам. Шаг, тебе для начала слитки сделать из наггетов. Это в процессе крафта можно спокойно сделать, не вопрос вообще. Так, что тут у нас есть? Iron Shovel. Хлам, 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 хлам. Много хлама, так сказать. Дальше здесь процесс. 6, 10, 9. Хорошо. Здесь у нас процесс только начался, здесь продолжается. В принципе, дракониум ближе всего сейчас. И у меня будет много дракониума в итоге. Причем, если распахивать драконик эволюшн, можно это делать практически сразу. И я сразу получу имбанутые вообще вещи. А потом встанет вопрос с энергией, потому что для драконик эволюшн продвижения нужны миллиарды РФ. А миллиардов РФ у меня пока даже рядышком нет. 7, 10, 6. Да. Отлично. У меня здесь уже даже уголь кончился. Хрена себе нажарился. Надо снова везде углем заправить их будет сейчас. Так, оп. Чтобы заправить углем, проще подойти к угольной курице, сделать вот так вот. Вот так вот. Пыщ-пуц. У тебя есть бесконечный источник угля. Да, я в курсе. Дальше. 7, 10, 10 уже. Очень неплохо. Это как 10, 10, 10, только немного нет. 3, 3, 4. Ростовые курицы тоже не хотят себя нормально показывать, они тоже крайне медленно будут размножаться, видимо. Так, давай, 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 давай. 8, 10, 7. На 7, 10, 6. Рано еще на 10, 10, 10, видимо. А X64 генератора экструдилит нету. Если есть, то можно углем такие генераторы запитывать. Ну там уголь нужен. Ну то есть это компрессовать, наверное, надо уголь. Вообще, по-моему, есть такие супергенераторы. Из... Ну то есть здесь есть экструдилит. Вряд ли там не будут генераторы те самые. Генератор. Так. Где эти генераторы? Нет, серьезно. Тут есть вот эти вот разные генераторы, но это немного не те генераторы. Это немного странно, и это немного не те генераторы, по-моему.
делаешь шаг по своему бесконечному уголь, а ты его еще и мельчишь? Ну в смысле? А зачем мне ждать, пока у меня целый уголь здесь прогорит, когда я могу по одному угольку на один предмет делать? 8-10. 8-10-10 дала курицу 8-10-10, блин, отлично. Сейчас мне 2 8-10-10 дадут еще курицу 9-10-10, да? 3-4-5. Так, с дракониум 9-10-8. Так, вот это лучше будет. И... Так, что там по мобу ферме? Пока все нормально, пока пофигу. Окей, ну. Значит, вернемся к нашим баранам. Сначала сделать колоссал честы следующих грейдов, потом выходить в МЕшку. Вот что я думаю. Мне нужно много серебра для этого, к сожалению. Так, серебра у меня не очень много, но серебро можно достать вот тут. Ого! Достал! Неплохо, мне понравилось. Так, дай мне квест, better storage. Так, сначала айрон у меня идет, да? 26 Iron, Colossal Chest Wall, и Colossal Chest Horror, и Colossal Chest Interface. Чак, ты забыл про звезду смерти из Драконик X2? Почему я забыл? Это же хранилище, это капаситор, Кать. Звезда смерти — это капаситор, это не производство. Это хранилище. Секундочку, ребят. Но сначала дай ты нам энергию. Да, Кать. Это называется запуск на само... Ну, самопроизводство, грубо говоря. Это то, что я пытался делать в Они несколько раз. Нужен запуск начальной энергии, чтобы у тебя генератор энергии начал вырабатывать энергию. А потом то, для чего он вырабатывает энергию, будет непосредственно сам этот генератор питать. Все. 9, 10, 8... Такая же курица. Так, 10-10-10. Да слава яйцам, ёпта. Давай еще раз. Здесь просто... Блин, эмералдовые курицы, ну просто вообще тормоза. Так, теперь железом. Вернемся к нашим колоссал честам. Значит, мне надо колоссал чест вол, пыщ. Мне вас надо 20... 8. Мят. Так. Плюс мне надо Colossal Chest Iron. Ага. И Colossal Chest Iron. Ага. Вот. Пынь. Так. Теперь серебряные. Угу. Теперь сильвер. 32 есть, этого более чем достаточно, на самом деле. По-моему, не 28, по-моему, вообще суммарно 26 мне именно надо. Iron, Silver. И... Silver. Так. Так, дальше голд, собственно. Для начала надо это золото сделать. Так. Пышк. 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 Всё, наггетсов золотых не осталось. Всё, слитки переработаны. Видишь, нифига недолго как бы времени занимает. Там есть дес-генератор, самообеспечение. Типа того... Да-да-да, никто. Самообеспечение, действительно. Так, значит, мне надо вас. Теперь... Надо 26.
плюс вот так, и плюс вот так. Это... Вот жопа, он мне не засчитал. Задница, а? Ладно. Да в смысле? Спасибо. Какой он прям не очень. Так, теперь... Diamond Colossal Chest. Сейчас я проверю, как там наша курочка. 10-10-9. Ладно. Ну, почти 10-10-10 драконим. 6-6-6. Дьявольская курица. Ты издеваешься надо мной, да? Она реально дала курицу 9-10-10, а не 10-10-10. На-ка! Аллилуйя, ёпты! И сразу 3-3-3, ни хрена себе! Вот это эмералдовая курица, вот это прям учиться у всех надо. Точнее, всем умным надо. Так, вернемся к нашим баранам. Теперь нас ждет Colossal Chest Diamond. То бишь, пынь! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. Зафиксировали. Нет, зафиксировали, мать. Вот. Так, теперь пыщ, пыщ, пыщ. Пуц, пуц, пуц. Найс. Так, и теперь Colossal Chest Obsidian. Ту-ду-ду-дут. Оп. Ать. Ну и обсидиан у меня по-прежнему... Он по одному делается! Серьезно? Интересно, а обсидиановый лучше или не лучше, чем... Алмаз... А, он из алмазного делается! Оу. Оу. То есть мне надо алмазного еще два, а потом обсидианового еще... Охренеть! Так. Теперь так. И вот так. С ума сойти. Вот. Теперь обсидиановый готов. Жесть. Секунду, ребят. Так. И, собственно, что мы имеем теперь? Мне теперь нужен апгрейд попробовать. Апгрейд, 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 апгрейд. Где-то стрелочка. О, блин. Так, давай так, оп. Так, ищем стрелочку. Стрелочка, 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 стрелочка. Стрелочка, стрелочка. Стрелочка. Я реально ничего не видел. Стрелочка, стрелочка, стрелочка. Что-то очень странно. Да блин. Она у меня так. Она у меня не упала. Нет. Так, я слепу. Она в пятом столбце по центру. Так, пятый столбец, я понял, сейчас будем смотреть. Ножницы, книга, бла-бла-бла. Ага, все, увидел. Спасибо, ребят. А теперь вот самое главное. Значит, мне надо выкинуть это. Shift не работает, да? Shift пробил тоже. Ладно, выкинем, 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 выкинем. Выкинем, выкинем. Останется только обсидиановый. И? Охренеть! То есть, обсидиановый Colossal Chest я заполнил на 1/4. Там, где куперный Colossal Chest был заполнен больше, чем наполовину. Нажми на букву Z справа в сундуке. Не работает. Я еще могу, знаешь, как классно сделать сейчас? Погоди. Я тебе верну в норму. Хочешь все эти ошибки почитать?
Такс. Окейно, значит, это у нас мусор. Мусор. Я же из них ничего делать не смогу. Мусор. Зашибись, у меня теперь колоссал чест. Самый колоссальный чест всех колоссальных честов. Такс. Теперь давай посмотрим, что у меня есть. Значит, гикада. Цикада. Цикада нафиг не нужна, и свела это. Ну да ладно, блин с ней. Айпэч Пират Хат. Пиратен. Яр! Я-ха-ха! И бутылка колы. На шлеме глазная повязка смотрится еще более круто, это точно. Блэк Боу. Косметика, короче. И монокли. Окей. Так. Common Mega Lucas. Ну, короче, награды такие себе, потому что далеко квесты не внизу расположены. Даже несмотря на то, что они типа дохрена крутые, они близко к самому началу расположены, поэтому сундуки тоже плохие падают. У тебя шлем испачкался, это не я. Ать-оп. Так, давай посмотрим, что у меня в итоге здесь на мобоферме выпадало. Так. Есть еще один Soul Game Witch. Soul Game Chicken. Плюс зелье. Ну, зелье какая-то пустая банка. Ага. Ну, я, собственно, жду еще немного ради ультрарарного дропа. А потом мы просто ставим white list, да? На. Значит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. 15 16 17. На 17 предметов получается. Здорово, Бестик, приятного аппетита. 17, до скольких стрим КТТС? Точнее, закончится стрим КТТС. Я в курсе про Димлеты. 17. Один фильтр у нас пускает 5. 20. 400 родным. Раз, два, три, четыре. Он у меня будет облеплен со всех сторон, кроме переда. А спереди начнут выставляться дроверы. Или со всех сторон, кроме бока. Так, наверное, более логично даже будет. А сбоку начнут выставляться, собственно, дровера. Такие пироги. Значит так, давай соберем пока вот это все. Я еще все это быстренько распихаю, собственно. А все, что осталось, выкину. И в сундук поставлю то, что мне надо именно хранить. То, что мне надо... Из чего мне надо выборку сделать. А все остальное пойдет просто в мусорное ведро. Нахрен, так сказать. Так, соулгемы. Тоже, в принципе, в мусорку могут спокойно идти. Солгемы мне не нужны в таком количестве. Это факт.
Я даже не уверен, что мне на самом деле стрелы-то нужны в таком количестве. Зачем мне столько стрел? Ну, из них делаются разные стрелы, например, но по сути это... Но по сути столько стрел нахрен-то не надо. Но на стрелы поставим Void Upgrade, например. Тоже. Так, сумки чекни. А, да, кстати, на сумке же еще надо будет сколько? 5000 тут. Блин. Это мне надо 5 сторон. Потому что мне нужна сторона обязательно на сумке еще. Шек, попробуй, бери мини-карту, повысить FPS. Мне не надо, чтобы у меня повышался FPS, мне так нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Артефакты не падают. То есть еще целых 5 лишних это сумки. Фак. Ну ладно. Так, значит, чем мы ставим? Ать, оп, ать, оп, ать, оп. Ать, оп, ать, оп, ать, оп. Ать. Я не знаю, зачем это. Ну, кстати, по-моему, незачем, да? Да, это мусор, это хрень. Так, это... Все. Ну да, все. В итоге получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13. Плюс к этому у нас идет... Ыч! Да, по чанкам все ок. Плюс к этому у нас идет, значит, такой мешок, такой мешок, такой мешок, такой мешок и такой мешок. Жум! Итого получается 6, 9, 2... Упс. Немного сквознячка, сорян, ребят. Сквознячок такой, что все падает немножко. Ну ладно, немножко. Сейчас я попробую это чуть-чуть исправить, я извиняюсь. Не поможет. Это не Sky Factory 3, очень похожие моды. Они, конечно, похожи, но у них основа разная. Sky Factory 3 основан на Ex Nihilo. Modern Skyblock основан на Sky Resources. Sky Factory 4 будет основан на Nidre, как вот мне Пикон сказал. Я так и не... Я не понял, что это конкретно за мод, но это, походу, вообще другой мод. То есть он мне сказал, что Sky Factory 4 будет на каком-то, ну, короче, вообще на другом моде основан. Еще одна курица. Ну и если это сказал бы мне сам создатель мода, я как бы ему верю, в принципе. Так, 6-7-7. Давай сюда. Вернемся к нашим баранам. 10-10-9. Я так и думал, что вот 10-10-10 курицу рано, короче, сдать. Но можно сразу 2 10-10-10 получить. И есть 10-10-10 еще одна. Так, и сюда надо 28 семян. Все, уголь будет, угля будет много. Курица снова 3-3-3. Видно. Все, этих цыпочек можно жарить спокойно. Так. Мобу фермы заниматься теперь, да? Значит, мне нужны кондуиты мои. Вопрос, куда они распихались? А, стоп. Мне же драйвер надо сначала сделать. Естественно, куда я все пихать-то буду. Здорово, позитивчик. На чем Modern Skyblock? На Sky Resources. Вот, вот это вот, короче, система, это Sky Resources. Видишь, вот название. Sky Resources 2. Он рели игнорит. Да. Modern Skyblock. Да, нет, все правильно вроде. Так.
люди. Я же тебе по поводу мини-карты все сказал. Я тебе сказал, что я не буду ее убирать, потому что мне FPS-ов хватает. Если ты прослушал ответ, это не значит, что стример тебя игнорит. Это значит, что надо по утрам уши чистить, наверное. Иногда помогают. 788, сюда. Адовую курицу сейчас очку, будет ядерный взрыв просто от печки бедной. Курица 666. Такс, мобы ферма. Такс. Тьфу, блин, дровер. Так, Шокернон, соберись, ёпта, тряпка. Такс, дровер. Это у нас компактик дровер, дровер контроллер. Мне нужен дровер контроллер. Кстати. Ха. Михалыч, компактик дровер может очень классно работать. На куриц. Это отличная идея, слушай. Здорово, Сол. Так, хорошо. Мне нужно и то, определенно. Так, драйвер. Да не драйвер, а драйвер. Так, компактик дровер. Мне не хватает пистонов. И сюда мне не хватает... Ой-ё. Так, окей. Раз, два. Так, один на золото идет, один на эндериум идет. Всё, у меня больше наггетсов нету. Да. У меня наггетсы только эндериум и только золото. Логично, правда? Так, эндериум. Золото. Железо. Этот пульсатинг айрон. Так, вайбрант алой. Сигналиум. Снова не хватает, а мне еще алмазы как бы забирать надо. Так. Сейчас. А еще надо алмазы забрать, а еще надо обсидианчик еще забрать, это я потратил. Глоустоун забрать, чтобы было. Сигналем до забрать. А, сталь, точно. Как я про сталь мог забыть? Ё-моё. Больше стали, богу стали. Больше Сталин, богу Сталин, да. Текс. И у нас получается, значит, один дровер-контроллер, для которого нужно две вот этих херни. Для которых нужно 6 вот этих херней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Угу. Иги, угу. Эге. Подичить их, здоровались уже. Если запихнуть эту курицу в печку, то она расплавит уголь, потому что она горячее. Так, и теперь мне надо 2 компактив дровера. Для этого нужно 4 пистона. Такс. И такс. Хорош. Так. Значит, сначала дрор... Сначала лут-честы, да. Опять же, они будут лоу-грейда, поэтому особо на эти лут-честы надеяться вообще не стоит. Такс. Например, еще шипы, которые мне нафиг не нужны. Еще гринскрин, который мне нахрен не нужен. Вот. Не надеюсь. Так. Курицы. Так, стоп. Мне надо... Сначала мне надо подвергнуть, потом поставить дракониум. Потому что дракониум курицы должны делаться уже. А потом мне надо заниматься всем остальным. Да. Так, курица, слейся. Слейся, я скажу. Так. Свинья, слейся. Шума. Так. Оп. Шлёп, шлёп. Всё. Надо немного подвергнуть еще. Мне, в принципе, что осталось? Кол курицы, редстоун курицы, драконьим курицы. Всех надо выводить. Для каждой надо по 28 цена на выводок. Помимо того, что мне их надо сначала проселекционировать. К этому добавятся какие еще курицы? Обсидиана так много мне не надо. Кол курицы... Ну, кстати, двойные кол курицы, например, будут. То есть я сделаю себе 32. 32 курицы, 10, 10, 10 на уголь специально. Чтобы было много угля. Чё ещё?
кстати, блин! А вы помните, как я в Sky Factory 3-то сделал? Ха. У меня не было в ME достаточно места, поэтому я ME-шку непосредственно экспортом и импортом подключал к Colossal Chest'у. И в итоге места было 20 лимонов. Может, то же самое сделать сейчас? Может, не уничтожать Colossal Chest? Может, просто тупо ME-шку подключить к Colossal Chest'у? По-моему, это не такая плохая идея. Так, здесь тоже, и здесь тоже. Отлично. Ну, многозерен, много есть. Многоприятно. Может, стоит все-таки заняться энергией и сделать автоматизацию? Чуть позже. Сделаем, не волнуйся, чуть позже. Вы торопитесь события, фу такими путь. Так, 2, 10, 10, 10. Найс. Сюда идет 28. Пыщ. Так, здесь у нас 7, 9, 9. Очень неплохой прирост, кстати, просто там. Здорово. 4, 5, 5. Так, и вот, собственно, это раз курицы. Так, теперь мне надо еще столько же. Еще 20, да блин. Да блин. Вот. Еще 28 сюда. Пынь. Пынь. Короче, угольных куриц будет много. 8, 10, 10. Круто. Редстоуновые почти расплодились. А может еще сделать? Ну, типа, сразу 3 поставить, чтобы угля, ну, пипец как много было, прям. Берешь такой и пипец угля. На улице сильный ветер, интернет тупит, как, блин, это связано? Ветер колыхает волны интернета. Чтобы у тебя не было, у тебя не столько ресурсов, ты можешь сейчас сделать хранилище, наверное, до хрена места. Ну, в принципе, логично тоже, никто. Здорово, Лимон. Не 28, а 32. Почему 32? А, точнее, 32. Логично, да. Я же с нуля создаю. Твоя правда, действительно. Оп, и еще 32. Чтобы просто так. Угу. Так, курица 8, 10, 10. Снова курица 8, 10, 10. Может дать мне курицу 9, 10. Так, 10, 10, 10. Все, 10, 10, 10. Охренеть, дракониум скоро обмажусь прям по щепе. Яки барон. Драконий умный. Так. Значит, давай проверку. Та-дам! Насколько это охеренно? Да 4 тогда ставь, чтобы симметрично. Да, 3 будет нормально, не волнуйся. И дается мне сразу слив. Так, многоресов. Еще многоресов. Я тут как бы мобы фермы должен заняться, понимаете? Так. И пока что мы эти куриц ставим сюда. Пока что. 4, 7, 5. Круто. Это очень большой прооп. Сразу прям моментальный прооп огромный. Это очень приятно. Скоро изумруда будет много, это радует. Так, ускоряем производство. 9, 10, 10. Так, откуда я знал, действительно? Что она мне не даст сразу 10, 10, 10. На 100% хрень. Изи ресы, да? Перед этим только потеть надо, пипец было, а так, да, изи ресы. Никто даже не спорит, я за этим, собственно, и шел сюда. Так, раз.
Ну ладно, не потерялся. Так, два. Два. Три. Да, три, я сказал. Да, три, ёпты. Четыре. Пять. Шесть. Значит, мне надо их 17, да? Девять. Да, девять. Десять. Так, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Мне надо будет еще два сделать. Так, и мне надо сделать еще два. Фильтров у меня пока что хватит. А вот еще два дровера, это такое. Такс. Теперь мы сносим все это к херам. Трубы на ее не подаются. Забавно. На удивление, экспак, кстати говоря, с алмазных шипов не падает, только золотых, видимо. Хотя в Sky Factory с алмазных падало. Ну, это забавно. Да, самый изи рез, на самом деле. Изей не бывает никто. Хорошо. Так, ты тоже у нас идешь сюда ко мне. Эти дроверы я просто разрушаю, но... Отсюда реза как бы сначала надо выкинуть. Точнее, как выкинуть? У меня экспа еще нужна. Но потом... так, тоже идешь сюда куда-нибудь. Так. Теперь мы делаем дровер-контроллер. Так. Блин, как это проще сделать-то? Так. Так, 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 так. У тебя будет здесь выход. Так, здесь выход, здесь выход, здесь выход. Здесь выход. Но как раз для экспы нифига не остается, экспа, слава богу, не падает. А мне нужно 5 выходов сделать под него. Дальше мы делаем... Раз... Вас, трис, четырис, пять. Так. Не, на самом деле я неправильно сделал, лол. Мне надо 5 входов, а не 5 выходов. Да, я что-то тупанул. Чуть-чуть изначально неправильно подумал. Где моя кабла? Мне нужен всего один выход здесь. Но он должен разветвиться на 5 входов. Так, дровер контроллер. Раз. Блин, снизу вот. Такс. Вот мы приходим к выводу того, что мне по-хорошему надо бы уже нижний этаж сделать себе. Окей, давай я его поставлю тогда
вот сюда. Зачем 5 входов? Для фильтрации. У меня здесь должно быть 23 фильтра. Точнее, фильтр на 23 ресурса. Вот. Оп. И либо я распахиваю Ender IO, чтобы сделать большие фильтры, либо я делаю 5 входов, чтобы сделать фильтры маленькие, но при этом не распахиваю. Не забудь, что для работы контроллера нужен контакт с подключенным драйвером. Да, я знаю, я поэтому одну сторону справа как раз оставил. Шаг с хренью страдает, не обращай внимания. Никто, скажи мне, как это сделать по-другому, я тебя послушаю. Очень может быть. Стоп. А я не прав. Это не так должно быть. Это вообще вот так должно быть. И вот так должно быть. А не через дровер. Это у меня не через дровер будет, явно причем. Да, это будет явно не через дровер. Экстракт. Синий. Да, блин. Insert. Синий. Приоритет 30. Так. Вот как это должно быть. Пум. Просто подключи от хоппера контроллеру и все ящики забей нужными ресурсами. Нет. Лишние кондуиты сами в мусорку отсеют. Нет. В HP? Нет. Такс. Да, про курицу не забываем. 6, 8, 7. Сюда, сюда. Раз, два. О! Драконик! Ня. Отлично, производство драконика поехало. Курица 10, 10, 10. Еще одна пускай будет. Так, чтобы точно убедиться, что будет курица 10, 10, 10. Точно. Вечно все против моих фильтров. Ужас. Почему нет? По жизни. Потому что я хочу поставить, лично я хочу поставить фильтр на все ресурсы, которые у меня будут выходить. Чтобы все остальное тупо уходило. Без забивания дроверов. Так, спинг. Либо мне придется на дровер ключи делать. Не люблю ключ на дровер делать. Это золото тратить надо. Так, с приоритет. Здесь 30, здесь будет... На самом деле приоритет этот тут равный будет стоять. Пускай будет все в 15, приоритет равный. Такс. А, блин, мне же еще фильтра надо ставить. Такс, так, 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 так. Не, хреново я. Лучше пускай не ставит действительно отдельно, но его нафиг. Как бы тебе, блин, сделать что-то там? Сюда что-то. Угу. И сюда будет инсерт. Приоритет 0. Синий экстракт, синий инсерт. 15, синий инсерт. 15.
А может мне столько фильтров и не понадобится, там же фильтр не нужен. На whitelist проходящий. 15. А, вверх еще. Я ж помню, что у меня 4 входа должно быть. На 17 предметов. Так, 15. Ага. Ага. Все. Сюда прячете 30, сюда пойдут бла-бла-бла. Сюда. Ага. Не, стоп. Always active. Вот. Проще тогда поставить черный список, мне кажется. Ха! Черный список, к сожалению, не работает на те десятки и сотни различных предметов, которые могут с моба попадать. Потому что в черном списке на каждый меч придется отдельный ставить, потому что они из разных вещей сделаны. Нельзя просто сделать так, чтобы туда не дропались мечи. Потому что все мечи разные. А если блэклист в мусорку с четырех сторон? Ну или так. Все идет в мусорку, кроме 17 предметов, да. И 17 предметов можно распихивать. Однохренственно, на самом деле, что я мусорку так подключаю, что дровер. Только в одном случае это whitelist, в другом случае это blacklist. Как бы. Разница-то в чем? Текс. Дальше. Поехали, наверное, по пятере. Значит, эти мне не нужны, они автоматически будут отсеиваться. Я вот это дело не продумал. Это автомат будет. Так, дальше 5 предметов. Ну давай снизу начнем, например. Так, так. Whitelist. Раз, так, раз. Два. Я, кстати, про метод этого здесь ничего не знаю, но, по идее, так работать должен. Так, это первые 5. Раз, два, три, четыре, 5. Так, это у нас уйдет. Оп. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Так, следующие 5 предметов. Это у нас сзади пойдет. Оп. Эрс. 2, 3, 4, 5. Так. И последние 2 предмета пойдут у нас сверху. Не. Если я что-то захочу, я могу, в принципе, еще даже распихать. Еще 2. Еще 3 предмета каких-нибудь. Ну, типа там, курица, например. Хм. Да, Розен. Тут есть железная, кольчужная, золотая, алмазная броня с сетами, луки, мечи, сотни комбинаций металлов, гемов. И плюс очарование еще не забывай. Угу. У тебя на шлеме пятнышко черное. О, ужас! Как дальше жить-то, ё-моё? Как жить, как жить? Все, все нормально. Синий поставил? Синий поставил. Такс. Теперь я должен к дроверу непосредственно коннект самих дроверов обеспечить, да. Такс. Пыщ, 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 пыщ. Пыщ. Угу. Такс. Угу. Да, блин. Окей, но это будет немного... Падла. Он уже мой дровер отправил в мусорку. Он засосал мой дровер, автоматически его отправил в мусорку. Жопа.
Да. Ладно. Ладно. Ну давай сделаю для первого дровера вот так, наверное. Так. Да блин. А, ты же у меня в любом случае так будешь ставиться, точно. Так. Мне их надо разрушать и ставить обратно. Ой, косяк. Ну, не все, по идее, не все. Так, теперь главный вопрос. Они по диагонали коннектятся? Я не помню, честно говоря. По-моему, нет. По-моему, они коннектятся только вплотную. А, ну да, логично. У меня кирка сломалась. Вот сейчас обидно было. Так. Оп. Это нафиг не надо. Это у нас мусор отправляется. Это надо. Так, это надо. Это тоже надо. Не паникуем, все в порядке. Так. Это нафиг не надо. Это у нас отправляется куда-нибудь пока сюда. Еще надо уже эти переносить. Потом еще отсюда все в мусорку вытрухать. Еще и головы, например, полезные. Но я не уверен, что мне не хватит такого количества голов. Именно голов. Но, блин, с другой стороны, головы правда полезные. Есть голова эндермена. Голова эндермена, по-моему, тоже нужна для какого-то крафта в эндер.io. Хотя, я думаю, я просто отсюда голову соберу, и этого, типа, будет достаточно. Наверное. Так, сюда. Сюда. Оп. Сюда. Стоп. Вот на Arrows надо явно не апгрейд нафиг ставить. Не вместительный апгрейд, а void апгрейд. Потому что такое количество стрел нафиг не надо. Это факт. На тебе. Так, дальше. Оп. Этот можно сразу разрушать. Да это, в принципе, тоже, на самом деле. Так. И этот тоже. Кейна. Так. Дальше. Оп. Это у нас эндерперлы. Порох тоже. Оп. Так. Плюс. Это сердца у нас эндерменов. Оп. Так. Один дровер мне уничтожили, да? То есть мне надо создать еще один дровер. И сейчас как раз распихать по ним предметы и посмотреть, все ли правильно сделал. Шаг, тебе надо ведьмину воду, чтобы скелеты превратились в изоскелетов. Не обязательно, кстати, Кать. Мне можно землю сделать так, чтобы скелеты превратились в изоскелетов. Ты же помнишь спецземли, да? Которые нужны там. Так, дровер. Вот этот еще один. Спасибо. Уже готово как бы. Здорово. Сейчас к курицам вернемся. Сейчас мобу ферму доделаю и к курицам вернемся. А вот апгрейд поставить и пусть собираются. Да. Ну, сначала мне нужны изумруды. Я хочу на них поставить сначала на каждого... количественный апгрейд, понимаешь? Сейчас я сделаю проще, я сделаю так, так и вот так. Я хочу поставить на них количественные апгрейды, чтобы у меня каждого пособиралось... сколько там? 14-16 стаков. Да. Так. И потом уже... Void апгрейд ставить.
Значит так, не хватает димлитов, не хватает ведьминой шапки. Да, я даже вот так вот сейчас сделаю. Потом вот так вот, оп. Значит, не хватает экспы и не хватает спайдер-ай. Все. Все остальное попало по своим местам. Вот теперь, по идее, можно ставить мусорную корзину. Приоритет 0, инсерт, синий, все дела. Все нормально. Короче, это должно работать. Вот. 5806. Я думаю, что наберется он достаточно долго для проверки. Сейчас будем проверять. 5806, пока запоминаем. Чтобы потом быстренько проверить, действительно набралось или нет. Так, пока вернемся к нашим баранам, то бишь курицам. Редстоун 10-10-10 есть. И им надо еще 28. Это у меня будет хорошее производство редстоуна. За что ему огромное спасибо. Может, смелтеры все-таки снести нахрен, а? Блин, мне нужна кирка. Ты у нас что такое? Harvest level. Ну, давай, допустим, из этой хрени сделаем кирку себе. Просто чисто потому, что я могу, не больше. Так. Шлёп. Шлёп. Ну, типа, пускай будет такая пока. Шаг, скор, в сессенции запихни побольше улучшений, на хранение там миллионов. Да. Правильное замечание, как. Соглашусь с тобой. Такс. Значит, здесь десятки делаются, здесь 7, 9, 8. Отличный прогресс идет. Такс. Ресы я даже пока собирать не буду, мне, в принципе, они не особо сильно нужны. Потом уже в производстве ресы буду там училиться. Так. Плюс... А вдруг нужна будет, оставь лучше. Бери киллера. Честно, Катя, я киллера вообще в руки брать не хочу. Ну, серьезно. Ну, мало ли у меня майн опять вылетит, это грустно будет. 5853. Производится, все. По идее, все работает. Так, теперь давай смотреть, что с ящиками мне делать, с дроверами. Все эти ресы, пока у меня, которые накопились, я могу себе, в принципе, оставлять, да? То есть вот это вот все можно пока себе оставить. Типа, ать, оп, ать. Дровер сюда. Компакт-дровер я просто хочу... куриц, которую мне делают наггетсы, отправить не в МЕшку сразу, а в компакт-дровер. И из компакт-дровера извлекать слитки. Такая вот у меня идея. Шак, а чего ты уголь на куриц... Рано еще никто. Мне не надо, чтобы они меня обделали углем со всех сторон. Рано еще. Сейчас, всему свое время. Так... Изумрудная курица. 8-10. Блин, как же одна растет. Обалдеть. Так, спань. Так, ты у нас сюда идешь. Здесь у меня сейчас курицы быстренько доделаются, и все. Все будет огонь. Собственно, DS3 пройден, но мне это мало, поэтому НК плюс ждет. Здорово, Хиги, я тебя поздравляю. Так, это у нас редстоуновые курички. Пыщ, пыщ. Вот это производство редстоуна. Вот это я понимаю. Так, погоди, редстоуновские курицы могут на размножение понадобиться потом. Так, осталось только изумрудные курицы, чтобы изумрудные апгрейды вставлять в мобоферму. И void апгрейдов у меня нет, но вместо void апгрейдов я так понимаю, что мусорная корзина вполне себе подойдет. Хотя там такими стаками стоят сейчас приемки, так что я думаю, что там вполне себе надо. Ту-т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 у
Так, и сейчас надо посмотреть, что мне надо для... я вспомнил, что мне надо для МЕшки, и мне поплохело. 8, 10, 10, обалденно. Так. Для МЕшки мне нужны всякие... Так, погоди. Здесь грид есть? Нет. Фак. Здесь есть только МЕ. Как это называется? Apply to Energetics? Ой-ой-ой, это грустно. Текс. ME Drive. Вот что мне нужно. Мне нужны эти долбанные инскриберы. С не менее, кстати говоря, долбанным силиконом. Эндер и ошный силикон сделать нельзя. Поэтому, прежде чем я сделаю себе МЕшку, мне понадобятся еще и курицы. Силиконовые курицы. Ох. Это ох. Так, погоди. Точно нельзя? Вот у нас роу силикон. Оп. Силикон из Ender IO не нажимается. Из него есть крафт, но он почему-то не нажимается. Го квестами пойдем. Смысла нет сейчас квестами идти. Мне надо... То есть у меня есть конкретная цель. Я сделал себе столько куриц для ресурсов, теперь мне надо эти ресы где-то хранить. Логично, правда? Чтобы их где-то хранить, мне нужна достаточно большая МЕшка. Для этого надо сделать МЕшку. А как делается стол из Project E? Ты хочешь, чтобы я через Project E все это сделал? У меня личная неприязнь к Project E. Я не хочу им заниматься. Ну, по квестам по МЕ пойдем. По квестам по МЕ там все еще сложнее, на самом деле. Смотри. Где это у нас? Сейчас. Нет. Это Extra Utilities. О, кстати, Extra Utilities это ГПшки. Вот зачем я их делал. Для ЕУ. Даумик Chickens. Advanced Minutes. Термалочка. Не то. Это прибор. Даумик Expansion. Эндер Машинери тоже такой себе. Вот он, Digital Storage. У тебя все начинается с Flux Crystal. Ой-ё! Стоп! Как здесь прессы делаются? Block of Iron... Фух! Мне не придется, в отличие от этого долбанного софтека, распахивать пне в Майнкрафт, чтобы сделать МЕшку. Комбустинг я сделал себе хороший. Фух. Так, мне стало чуть-чуть полегче, погоди. Надо, чтобы не стало совсем хорошо. Шаг, делаем МЕ по ачивментбуку. Окей. Указывают все всегда так. Ага, а пьюр кварц как мне сделать? Мне нужен механизм для этого. Мне понадобится механизм, чтобы делать пьюр кристаллы намного быстрее. Ну или термалка, но для этого мне как бы нужен все равно цитрус кварц сиды. Значит, перед тем, как я сделаю себе МЕ, мне нужен механизм будет. Блин. Так, пойдем подверкаем. Время 4 часа. Время еще есть. И мне нужно пшеницу. Мне нужно 3 отдельные комнаты сейчас для куриц, которые я направлю в этот... В энергетику, короче.
механизм хороший. Да, мне, в принципе, он тоже понравился. Но, ты знаешь, Кать, там как бы осмиум нужен. А я не уверен, как мне осмиум сейчас добывать. Ну, то есть, понятно, там курица на осмиум наверняка есть какая-нибудь. Это же металл. Курица на металл практически на все есть здесь. Вот, и не только на металл, соответственно, да. Но я не занимался курицей на осмиум. Вот что меня пока смущает. Так, а ты выкинул цитрус кварц порошок, из которого семена делаются. Это не важно, потому что есть сам цитрус кварц, и наверняка курица на этот кварц тоже есть как бы. Меня сейчас не это беспокоит, поверь. Мне сейчас надо делать энергию. Вот. Сейчас будет энергоэффективность, сейчас я немножечко термалочку прапу, которая у нас вон там. И поставлю туда куриц. Я, собственно, для этого добываю. Мне сейчас пшено нужно для еще трех комнаток для куриц. Осмиум у тебя есть, алхимия. Алхимия — это мало. Алхимия — это вот это начало осмиума. Это не бесконечное его производство, да? Если мне он, в принципе, дальше не понадобится, можно, в принципе, алхимией обойтись. Алюминий, лида, кобальт, адрит, осмиум. Клей на глоустоун. Ну, не так дорого, да. Клей жалко. Но, в принципе, я и то, и другое сейчас произвожу, поэтому похрен. Ну, окей, да. Осмиум будет. Окей, Кать, уболтала. Не вопрос вообще. Но, с другой стороны, как бы... Осмиум... Шлёп. Изи. Осмиум чикен. Нether кварц и айрон. Ну, это вообще смешно. У меня Nether кварца. Ну, правда, они у меня не 10-10-10. Биг реактор есть, трудно делается. Биг реактора надо постоянно елориум питать. Есть елориумная курица, так что если мне биг реактор понадобится, и его надо будет постоянно запитывать с нихрена, я сделаю. Много-много-много 10-10-10 елориумных куриц-куриц-куриц. И все будет, в принципе, с биг-реактором нормально. Но пока что смысла нет биг-реактора. Пока есть термалка. Причем, к сожалению, термалка... Блин... Так, ладно. Сейчас. Я к этому вопросу еще вернусь. Термалка есть на 1.12, она хорошая. Я просто вспомнил, что мне же надо еще автоподачу воды сделать. Что я... Помпу эту долбанную откладывал все это время. Мне сказали, что помпу из термалки можно непосредственно сделать, конечно, это да. Но я в этом не уверен. Ну, кстати, да, помпу из термалки я смотрел, что-то она там сложно делалась. Термал. Вот эта помпа. А, не, наоборот. Для нее обычные стекла нужны. Тогда ладно, тогда это изи. Но мне кажется, что для дня может быть тоже понадобится энергия. Ну, пофигу, в принципе. Что та помпа, что эта помпа. В любом случае, помпа. Текс. Стак 44. Возможно, этого хватит. Сейчас посмотрим. Может, биг-реактор? Смысла нет пока в биг-реакторе. Ну, то есть, ну, откровенно, смысла нет в биг-реакторе. Пока что, по крайней мере. Так, давай посмотрим, что у нас по... Погоди. Я же там дроверы начал в рас... Внезапная гнилая плоть от внезапного сгоревшего зомби меня немного смутила, скажем так. Поэтому надо как бы вспомнить, что здесь тоже факела нужны. Чтобы отсюда зомби ко мне не приходили как бы. Да. И отсюда тоже. Да. Спасибо. 7000 уже. Здесь все нормально. Фарм... Ну, медленно, конечно, но в принципе идет. Окей. Шаг, у тебя зомби горел одному... Спасибо, да, я заметил.
4-3. Он ко мне очень-очень-очень сильно старался прийти. У него не получилось. Это хорошо. Декс. Значит, как мне это интереснее сделать? Так, оп. Скажи мне, что ты... Да, ты нормальный, ты не вот это вот первый. Я, кстати, не знаю, как мне вот так вот перенести, чтобы я его не потерял. В принципе, он нафиг больше не нужен, но... Взях, короче. Так, теперь ча. Так, теперь ча, теперь ча, теперь ча. Здесь будет бесконечный источник воды, определенно. Мне нужны еще каменные полублоки. И цветоечек этот не нужен пока. Так, каменные полублоки, каменные полублоки. Так, я понял. Тырин, тырин, турю. Ага, вот так вот. Так. Это целый блок. Да, мне надо еще на выше делать на один. Так, тык, 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 тык. И провода я, кстати говоря, сразу сделаю хорошие сейчас. Благо ресов хватит. Так, теперь мне нужен ведроид. Подумаешь, у меня будет два бесконечных источника, это ничего там страшного нет. Так. Теперь, видимо, вот здесь, вот конкретно будет стоять та самая машинка. Правильно? Чтобы ее сюда нормально поставить, я сначала вот так вот сделаю. Здесь будет конкретно машинка стоять, которая у нас будет забирать воду. Вот отсюда. Угу. Сейчас надо сделать эту машинку и посмотреть, что она делает вообще. Так, мне не хватает девайс фрейма. Для этого не хватает куперкира. Куперкир есть. У меня машин фрейм, а здесь нужен девайс фрейм. Обалдеть. Так, девайс фрейм есть. Теперь мне не хватает айронгиров, например. Раз, два, например. Эх, бронза. Бронзу сплавлю. Лень плавить, у меня же смелтеры неактивно. Сделал бронзовую курицу себе? Если есть магнетикрафт, то должно быть блок Infinity Water. Водокачке нужно два блока воды по бокам любым. Да? Ну сейчас я сделаю, а там посмотрим. Будет она или не будет она работать. Так, Сакина. По поводу Water Source. Infinite Water Source вот эти вот есть. Из Nuclear Craft'а только. Droppers. Возможно, даже с противоположных сторон. Ща посмотрим. Если будет с противоположных, сделаем по-другому. Конструкцию саму. Авто input enable. Почему? Погоди.
Оранжевый это выход, правильно? Оранжевый это всегда выход было. Такс. Окей, Михалыч. А если я тебя сделаю... Шлёп. Дай. Так. Бесконечный источник воды слева-справа. О! Ага. Ахм. Ок. Как там чики? Смотри. Смотри вот на это. Драконьем. Драконьем, Пульсатинг Айрон, Сигналиум, Вайбрант Алой, Железо, чё я ещё тут пропал? А! 3 по 16 угольных, 10. Вот. Я сейчас, собственно, над этим и парюсь, чтобы правильно все это дело разместить. Текс. Значит, ты работаешь у нас вот так, да? Значит, в принципе, здесь вода нафиг не нужна тогда. Так. Ты на самом деле его подвинуть как бы можно, зачем мне 4 места жрать, когда я могу 3 места жрать. Ахлой! Ту-ду-ду-дут. Вот, хорошо. Пыньк. А, ну да, отлично. Раз, два, три. Так, сюда тоже, сюда тоже. Так, выхлоп будет... Так, у меня машины будут стоять тут, да? Значит, выхлоп будет сверху. Сверху иди так... сюда. Так. Плохо. Сверху идти сбоку сюда. Да. Места хватит? 9. Хватит. Окей, так ты можешь сразу в драконик выходить. Минус 6 модов где-то. В смысле минус 6? Там минус 50 модов нахрен где-то. Но все-таки нет. Помимо драконика мне нужно как минимум МЕшка. Ты согласишься? И я что-то охренел от того, насколько сильно мне надо МЕшку копать. Поставь сверху генератор и все? Нет. Не усё, к сожалению. Потому что мне надо еще правильно разместить куриц. И правильно подключить куриц. Вот. Так. Мне надо кондуиты. Кондуит. Значит, айтем кондуит у нас есть. Мне нужен флюид. Хороший, наверное, кондуит сразу. Фьюст кварц. Так. Ты не покажешь какой-нибудь не такой? Так. А по-другому мне нельзя, видимо, сделать, да? Оп, тихо. А, это просто Nether Quartz сплавленный, вот что это. Это сплавленный Nether Quartz. И у меня таких пока что нет. Это причем, по-моему, это не считается тем обсидиановым стеклом, которое мне нужно. Ты можешь правый блок воды назад подвинуть. Не могу, это некрасиво. Ну да, МЕ Москва. В порт для МЕшки нужно силикон, кварц, пьюр кварц. Чтобы сделать пьюр кварц, надо распахать немного механизм. Для механизма нужен осмиум.
И редстоун, и алмазы. Благо, я только что редстоун закончил делать. У меня, кстати, курицы редстоуновые сделались, а я их никуда не распихал. Это плохо. Или наоборот, погоди, или распихал. Не, редстоун делается, вот, видишь. Редстоуна тоже сейчас завались. Вот. Осталось только осмиумную курицу сделать. И эмералд. Да, эмералд это для того, чтобы на мобоферме сделать апгрейд. Короче, чтобы было много этих изумрудиков. Вот, у меня эмералдовый куриц сейчас здесь только выводится. Ну вот, собственно, такие пироги. Поэтому надо с энергетикой все такое, и мне надо, к сожалению, сделать плавку. Плавка. Но в любом случае здесь нужен фьюзд глаз. К сожалению. Вообще в любом случае. Тихо. Пыньк. Короче, мне надо сделать алой смелтер. Simple Alloy Smelter я, наверное, не хочу, а вот обычный Alloy Smelter, наверное, хочу. И чтобы его сделать, это несложно. Вроде как. Simple даже проще делается, на самом деле. А, тут надо Industrial Machine Chassis. А для этого нужен Induction Smelter. Либо сам Alloy Smelter, естественно. То есть, упс. Я извиняюсь, у вас какое-то время не будет изображения, но это быстро пройдет. То есть мне надо Simple Machine Chassis пока. И для этого мне нужен вот этот вот Simple Alloy Smelter. Ладно, секунду, ребят. Вот, обсидиановый сундук запилил. Да, я все квесты прошел. Вообще все. Ну, в смысле, на Colossal Chest. И в итоге то, что занимало больше половины куперного, Colossal Chest, занимает четверть обсидианового. Это вообще обалдеть. Растаун можно курить? Тебе нет. Мало еще. Так, давай вернемся к нашим баранам. Мне сначала нужен Alloy Smelter. Смелтер. Так, пыщ. Так, три печки надо еще. Так. Стоун рычи. И чё это? Стоун гир где, ё-моё? Чё за бред? Спасибо. В очпе. Такс. Это Simple Alloy Smelter. Я не знаю, кстати, почему он Simple и чем он хуже, но тем не менее. Значит так, теперь... Блин, а мне же нужно в любом... Мяма. Мне же надо как-то воду в любом случае передать. Как мне воду, какими трубами мне нахрен воду передать ему? Или забить, вот забей пока на передачу воды, шикерно, господи. Такс. Ать. Так, я не понял, где мой... Где моя волшебная синяя палочка? Только что у меня была, блин. Проводка. Проводку, кстати говоря, можно уже действительно получше сделать. Это самая начальная проводка, она 1000 RF per tick передает. Можно сделать уже получше, которая передает. Так, стоп. Это она же, да. Из нее делается более крутая проводка. Вот эта вот, которая передает уже 4000 RF per tick. Так, из нее делается. Не делается. Так, погоди, как это не делается? Лол, стоп. Как это у тебя называется? Flux duct. Просто duct. Fuck. Точняк.
Это позволяет уже 9000 передавать, но это надо непосредственно термалкой заниматься. То есть у меня система термалки уже должна быть построена, чтобы менять их. Дальше идет резонансный флексдак, да, а потом криостабилайз. И это вообще такие трубы, я очень их полюбил. Они прям, ух, вообще внушают. Внушайте. Thanks. Дальше мы делаем просто. Вот так вот. Ач. Оп. Ач. Оп. Изи. Вот, а теперь самое интересное. Теперь мы идем сюда, сюда. 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 Так, это у нас инсерт зеленая, не, да, коричневая. Thanks. Дальше так. Ать. Ать. Ать, я сказал. Ну, ать. Ёпта. Да ё-моё. Окей. Угу. Вот. Здесь у нас будет экстракт коричневый, экстракт коричневый. Always active. Экстракт коричневый, always active. Текс. Сыпочки мои, которые... Охереть, какие крутые. Седой, седой, седой. Она работает! Классно. Заряжается. Все, зашибись. 60 РФ пертик. Это пока что. Но вот эта вот система работает. И судя по тому, что курица уходит в плюс, я думаю, что я могу запитать на самом деле даже не один реактор от этих курочек. Делай эндер ио энергодуиты. Они не такие красивые. Они немноговато угля будет. Нормально. Энергокондуиты вот эти, они не такие красивые. Возможно, я все-таки сделаю, но... Эти намного красивше, они прям внушают. Конду. А здесь у нас 5... А, ну хотя здесь дальше идет 20. И да, я их сразу могу сделать. Не, ну в принципе ты прав, да. С другой стороны, ну типа 20. А если мы возьмем термалку. Так. А если мы возьмем термалочку, то здесь у нас будет бесконечно. Ну или резонанс уже 25 дает, 25к. Я понимаю, что надо сначала чуть-чуть распахаться, но тем не менее. Я очень хочу вот эти провода. Тем более, я тебе честно скажу, когда будет биг-реактор, а я думаю, я без биг-реактора не обойдусь здесь никак. И когда будет биг-реактор, мне надо будет передавать сотни тысяч РФ. Кстати, серво убрали, да? Нет, Бор, серво есть. Оно просто менее полезное. Вот, пожалуйста, родные сервы. Но серво-термалки плюс сама термалка, вот эти вот, да, они менее прикольные, чем кондуиты из Эндрио, потому что кондуиты сразу ты выставляешь, как тебе хочешь. Поэтому серво не такое полезное, как кондуиты. Так, окей, теперь смелтер, смелтер, смелтер. Пыньк. Так. Мям. Кварц. Много моего незер кварца. Незер кварц, незер кварц. Сюда. Ух, я под, мать, ты долго делаешься. Ну ладно. Декс. Окей, Power Outlook 17-й. Бе-бе-бе. Значит, теперь, че? Мы вводим такие упгради. Они сделали термалку в 1.12 интереснее и чуть-чуть попроще и понятнее. Например, я сделал, по-моему, Reinforced Upgrade Kit, правильно?
Квест, где моя термалка? Thermal Machinery. Спасибо. Extracting from trees. Automatic fishing. Speeding up by calling. Это тоже забавно. Нет, мне надо... Thermal enchantment. Нет, я не делал reinforced. Окей. Значит, что мы делаем? Сначала мы делаем reinforced upgrade kit. Для этого мне понадобится... Блин, hardened glass. Fuck! Так, погоди. Fused glass считается hardened glass'ом? Скажи мне, что это так. Скажи мне, что это, мать его, так. Такс. Скажи мне, мать его, что fused... Считается. Аллилуйя! Я с помощью этого смогу эндрео сделать. Найс. Плюс эти кондуиты телепортируют предметы мгновенно. Ну, да, 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 кстати, тоже. А серво одни типа... Ну, с другой стороны, ты знаешь, что иногда очень прикольно. Под моей Sky Factory 2.5 базой были расположены все эти провода. И очень было классно наблюдать, как по ним ресы снуют туда-сюда обратно. Они глоустоуновые были, быстрые. Это было очень забавно наблюдать. Так, Silver Gear. Опа, оно работает, это охренительно. Скадыч, ёпты. 80 RF-перти. Так, я сделал. Это уже будут хорошие, собственно, лут-честы. Но мы можем лучше. Сигналим апгрейд-кит. А, нет, показалось, не можем. Риотиум. Близ паудер. Близ роды. Короче, мы вернулись к тому, с чего начали. Мне нужны курицы. Мне снова надо размножение. Базальт роты, салпентер мне нужен. Редстоун на сульфур. На серу. Та-дам, собственно. Ради всего этого мы с Влатом даже зацикливали сеть. Ну вот, я говорю, это красиво. Я поэтому не хочу провода эндроиошные, я хочу провода термалочки, потому что, блин, этот широченный провод просто в целый блок нахрен. Он выглядит не как вот этот провод, вот этот вот, да? Он реально в целый нахрен блок, круглый такой прям... Прям в руки берешь и чувствуешь, что вещь охеренная. Вот. Я хочу такой провод. Потому что это прикольно. А для резонанта мне нужен пиротиум. Короче, это курицы. То есть пока лучше я это не смогу сделать, мне нужны курицы. Курица. Но пока для всего хватает. Так, а теперь вопрос. А теперь вопрос очень хороший. Эндер Ио, иди сюда, ёпта. Эндер. Такс. Где ты, задница, живешь? Так, я понял. Давай вот так вот. Эндер Ио. Бурум-бум. Бурум-бум. Так. А, Fused Quartz это вообще из Эндер Ио, на самом деле, непосредственно. И оно везде считается нужным. Стеклом. А. Добавлю. Значит так. Чтобы сделать полноценную смелтер, что мне надо? Давай так. Чтобы сделать вот эту хрень, я могу флюид кондакты сделать. Лучшие, да? Да. Лучшие? Лучшие? Лучшие. Вот. Пыщ. Пыщ. Потому что стекло что? Считается. Охрененно. Текс. Мы делаем... Тогда вот так вот. Extract always active. Insert зеленый. А. Вот. Бесконечный источник угля. Бесконечный источник воды. Ухи! 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 Ры!
Да, классно. Ради всего... А, это я уже читал от Фороза. Видно. Так, мне нужен хороший алой смелтер. Так, этого стекла должно уже хватать. Провода можно поставить... Надо сделать еще Steam Dynamo. Еще больше Steam Dynamo. О, некрасиво будет. Хотя... Так, сюда. Так, стоп. Сейчас сделаем. Йоу. Так, так, ты там сюда иди. Так, стоп, стоп. Так. Все нормально? Все нормально. Так. Что-то есть Steam Dynamo. Steam Dynamo. Не хватает две вот таких. Хватает всего. А, он просто не запитан был. Так, так. Теперь... Insert. Браун. Insert. Браун. Ага. Интересно, будет ли хватать. Так, теперь. Fluid up. Fluid up. Insert green. Ты ж green, ты ж green. Insert green. Ага. А. Работает. Работает. Так, теперь. Пыщ, пыщ, пыщ. Пыц, пыц. 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 Это чтобы чисто, блин, ну, в лесенку стояли. Чтобы не терять место, я, возможно, еще даже снизу их ряд сделаю. Но это геморрой будет... А, спереди ряд, лол. Точно, прям спереди ряд. Да, почему нет? Ну, это типа, если курица хватать. Пока что хватает, судя по всему. Но они же еще не проапаны. Поэтому их нужно проапгрейдить еще. Три куры, 9-7 динамо минимум. Я в этом не уверен. Одна курица, три генератора. И в этом я не уверен. Апгрейды теперь поставить новые. Да, Катя, я про это и говорю. Мне нужны теперь апгрейды. Причем, я, кстати, не знаю, можно ли сразу, типа, крутой апгрейд ставить или нет. Я, честно говоря, не пробовал. Будем откровенны, в 1.12 я не играл с термалкой еще. Можно сразу так? Нет, нельзя. Окей. Значит, все апгрейды должны быть постепенными. Постепенный апгрейд. Фак. У меня кончилась бронза. Я могу бронзу выплавлять. Так, погоди. Среди алхимии бронзы, естественно, нет, потому что это сплав. Бронзовая курица, я вот об этом и думаю. Но у меня, по-моему, бронзовой курицы в ашпе нет еще. Так, мне нужен обычный сундук. Пока я вот это все буду сюда ставить. Вот так вот. Чтобы не париться, просто вот все поставил туда. Так, вернемся к нашим баранам, то бишь курочкам. 10-10-10, отлично. Давай еще одну десятую. Так, какие у меня курицы есть? Значит, эндериумная, соулариумная, блейзродовая, дракониумная. Дракониум надо чуть побольше. Энергетика лой. Странно, что я ее не растовосамывал. Так, это никель. Энергетика лой, давай. Электрум, железо,
Уголь, обсидиан, стекло, сера, инвар. А, я инвар делал, я не бронзу делал, я инвар себе делал, точняк. Тогда, когда я еще думал об этом, о сплавах, я себе инвар сделал первым, а не бронзу. Дальше пульсатин колой, сильвер, глина, сол сэнд, редстоун, золото, платина, дарк стил, алмазы, сталь обычная, сейчас вернусь. Сталь, сигналиум, вайбрант, глоустоун. Квесты прям идут. Интересно, погоди, а я Эндер Ио начал, по идее. Раз мне квесты эти сейчас прутся, по идее я начал Эндер Ио. Да. То есть я вот это вот сделал. Я вот это вот сделал. И вот это вот сделал. И вот это вот сделал. Да, я вообще крутой, слушай. Драконьим курица. Тя, нормально, че ты. Да хрена драконьим курица уже 10-10-10 как бы. Это ж не Awake драконьим курица, да? Это обычная драконьим курица. Хотя я думаю, что Awake ты... Ну-ка. Не, здесь есть только драконьим чикен. Или драконьим куин. Awake драконьим... Чё-то можно было сделать с ним такого? Чё-то прям из этой жопки можно было сделать. Но я не уверен, или надеться можно было сделать. Чё-то, по-моему, смотрел такого интересного по поводу Awake Дракониума. Чтоб его не делать ритуалом каждый раз. Не, здесь ничего такого нет. Жалко. Тебе еще Солариум нужно поддержать. Да Солариум нормально, кстати. Ух, ни хрена себе! Вы помните, я эти лейки сделал? Это лейка 9 на 9. Это... Вау. Это охереть какое вау. Жесть какая, слушай. Я же говорил, дроп хороший, потому что... Хай-тировые квесты выполняю уже. Квест чекнуть надо, Солариум подержать. Так я же его брал уже. Я ж Солариум трогал. А, не трогал, косяк. Окей, сорян. Действительно, Солариум не потрогал. Вот, сори, бывает. Так, давай посмотрим, что еще дают. Музыкальный диск, ну охренеть теперь. Он даже EMC мне не дает никакое. Эх, мусор. Драконьим наггеты, смотри. Так, я смотрю. Ну, в смысле, Awake Драконьим наггеты ты имеешь в виду? Нет. Из Awake Драконьим наггетов, ну, то есть, одни не делаются так. Нет. Так. Аперист. Чест. А, это эти пчелки. Это сундук для пчелков. Больше пчелков, богу пчелков. Это у нас Decent Core и Epic Megaloot Chest, который мне дает кирку. Single Wing. Epic 1250 durability. Unbreakable.
Оу. Оу. Так, погоди, в натуре он брейкабл? Да, в натуре он брейкабл. Угу. 30 майнинг спид. Ультра майнинг спид и не ломай мейкерка. Пара-пара-па. Пук. Ок, я согласен. Через Magical Crops. Ну, Magical Crops это автоматизец потом придет. Неплохая кирка, да, получилась очень даже. Есть 10-10-10? Есть. Так, все, 2-10-10-10. Даем им 28. Все. Сейчас у меня будут курицы изумрудные. И я... Вот это последний слот для изумрудных куриц буквально. И все будет зашибись. Так. Что я хотел делать? Бронзу. Бронза, 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 бронза. Шак, у тебя же предыдущая кирка была на автосмелт. Нет, у меня автосмелт кирка лежит в безопасности в сундуке, потому что она мне не нужна. Так, бронза из купера делается, правильно? Интересно, у меня куперная вообще есть? Кактус, бланка, паудер, незер, кактус. Бонс, эндред, эндерпер, лава, ляпис, лог. Кокос, Snowball, Refined Iron, Yellow, Nether Quartz, Nether Wart, Steel, Silver, Cooper. Иди сюда. Чтобы сделать бронзу... Бронзу. Тин и Cooper, собственно. А у меня есть Тин Чикен. Water, Iron, Gold, Pig Iron, Draconium, Coal, Lime, Salt, Blood, Signalium, Ender... Vibrant, Gunpowder, Slime, Vibrant, Redstone. И тины я здесь не произвожу, да. Косяк. Окей. Как сделать тиновую курицу? Bone White на клей. Вот. Клей, иди сюда. Bone White, Bone White, Bone White, Bone White. Сюда. Пыщ, пыщ. Пыщ. Bone White на клей, и дальше будем надеяться, что мне тиновские курицы придут достаточно быстро. Так, тык-тык, давай еще быстрее. Хорошо, что я клей курицу. Я на самом деле клей курицы, наверное, для этого и делал, чтобы делать тину себе еще. Шак, у тебя придут... Да, это я уже читал. Нет, а... Да, у меня автосмелт кирка лежит в сундуке, все нормально. Окей, на здесь. Так, теперь что? У меня на самом деле так-то с энергией все замечательно. Можно пока совершенно спокойно ставить обратно печку. Даже несмотря на то, что я не хочу, чтобы она так медленно делала, но лучше пускай, чтобы она хоть что-то делала. Что логично. Стеклу мне нужно таких очень много, это факт. Так, еще один Deck Reborn Overclocker Upgrade. О, кстати. Не, не о, кстати, хрень полная. Morp Spirit. Это просто шар с духом. В данном случае со спиритом каким-то. Это, видимо, то, что после убийства моба остается, что ли. Еще одна клей. Это не так плохо. Шах, хотя бы один прав поставь на генератор. Я не могу! Мне нужна бронза. А, ты имеешь в виду, чтобы я хотя бы одну эту сделал бронзовую? Эх. Городе. Фактически мне это сейчас нафиг не надо, Кать. Я могу сделать, но на самом деле мне это нафиг не надо. Пыньк. Пыньк. Ну, типа, окей, конечно, но... Курицы справляются? Да, курицы справляются. Вода справляется? Вода тоже справляется. Отлично. Шар с духом Пикачу, я выбираю тебя. Нет, к сожалению, это здесь так не работает. Блин, мне надо еще тверкать, походу, будет сейчас. Да. Надо еще потверкать, чтобы было больше пшенички.
А точнее, больше зернышек теперь. Что, я ее с руки убил ваншотом? С каких пор я ванпанчмен стал? Кто мне скажет, а? Ванпанч! Я как бы не очень сильно хотел, но ладно. Я что-то в ванпанчмен стал внезапно. Там по 5 хп было, а я что-то как-то пинг. Зачем тверкать, когда у тебя есть лейка? Тверк быстрее. Тверк тупо быстрее. Лейка нужна это для того, чтобы выращивать Magical Crops, потому что на Magical Crops не работает тверк. Зато отлично работает лейка, причем вообще великолепно. На обычное растение лейка работает медленнее, чем тверк. А так тверка я много постоянно, да, часто, типа такой тверк, отеп. Вот, поэтому вырастают они намного быстрее. Шаг, ты 70-го левела, да, я знаю, я крутой. Шаг, повязка на глаз дает плюс урон. Нет, она дает красоту. Там так и написано, косметик, ничего больше. Ну я типа яр, йо-хо-хо, все дела там. Красивый еще, да. И скромный. Так. На самом деле надо бы сожрать сырую свинину и сырую говядину. Как еще одну еду, конечно. Но для этого надо немножко, на самом деле, поубиваться. Чуть-чуть совсем. Так. Так, давай регенься. Хэппи Зэк, ты же перед тем, как писать сюда, читал правила. Что тебе было в них непонятно? Скажи, Китя. А сделал бы автоматизацию, уже было больше? Не хочу. Ты знаешь, что я обычно к автоматизации отношусь осторожно, скажем так. 17 тысяч. Агм. Не, ну давай как бы посмотрим, что мне на 17к упадет. Мне надо вот с этим еще заняться, а мне что-то так... Отошел замороженный, шаг кого-то замутал. Да, там... С мата опять же в чат входит, прям с двух ног. Эх, как обычно, дети. Типичные, к сожалению. О! Внезапно Zetrus Quartz, спасибо. Steadfast Drone. Не знаю. Я не хочу Forestry заниматься, вот откровенно. Это что такое? Box of Eternal Contents Vengeance Spirit. По-моему, мне его не надо открывать. Есть у меня такое предположение. Биом Кристалл. Да вы достали с этими перьями? Не, ну серьезно. Ну камон, ну сколько можно? Какая херня. То есть, ну вот это я оставлю. Я не знаю, что это такое, типа ок. Все остальное такая херня. Я лучше за 256 буду открывать, на самом деле. А что это такое? А, на мне же перо, точно. Я высоко прыгаю, потому что там не перо. Такая хрень полная, слушай, просто ужас. Что значит не надо открывать? Ну там мстительный дух. Я как бы не очень хочу мстительного духа сейчас открывать, ты знаешь? Я аккуратный вообще, по сути. Такой весь из себя прям. И изумруд! Ту-ду-ду-дуд. Так, что вы тут мне напроизводили? Одна тин-курица всего, окей. В принципе, одной будет более-менее хватать. Пока что. А цинк! Они еще и цинковую курицу произвели. А ты для чего нужна? Для брас. Тоже с медью, я так понимаю, да? Ну, давай попробуем еще раз сделать курочку, что ли. Я не уверен, что мне это надо, но тем не менее. Давай сделаем крылья, столько перьев уже. Вот оно так не работает, к сожалению. Я бы хотел крылья сделать. Но оно так, к сожалению, на перышке не работает. Такс.
Опять. Отлично. Так, оп. Не-не-не, подальше. Так, пыщ. Ага, не забирается. Окей. Так, спыньк. Пыщ, пыщ, пыщ. Я сахар сюда не стал ставить, да? Ну ладно. Не, ну сахар, конечно, есть, но... Ну ладно. Так, дальше... Пыщ. 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 Окей, ну. В принципе, ничего особо мусорного здесь нет. Это все дело можно к себе в большой сундук забрать и все. Это что нафиг такое? Чё это делают вообще с домом? Чё это делают? У нас есть какие-нибудь продвижения? Угу, хорошее продвижение. Так, нет, давай вот так вообще. Это что-то всё ритм раздал очень много, зря. А что за биом кристалла? Хрен его знает. Но если это Ствилайта, то как-то... Нех. Так, давай посмотрим, что мне дадут легендарные, а не артефактные мешки. Так. Нори Кристалл Блок. Это просто блок железа. Так, Войтир, кстати говоря, изи. И блок алмазов. Еще много бреда. Еще много бреда. Так, сейчас. От многобреда надо избавляться. Ну, и так. Это у нас глупость. Это глупость, глупость. Глупость, глупость, глупость. Глупость, глупость. 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 Оп. Так, дальше. Тынь. Саженцы, блин, охренеть можно. Так, оп. 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 Вой кристалл блок. Пригодится кровь тоже, пригодится. Это что такое? Машина апгрейд. Increase energy storage. А, это капаситор. Странный капаситор вообще. Ну ладно. Цитрус кварц еще тоже неплохо. Недербар пускай будет. Все. Забавно, что много капаситоров для Эндер ИО, но вот сюда капаситоры почему-то не вставляются, потому что машинка типа такая, типа не очень вообще фон, такая себе машинка. Вот, была бы машинка лучше, капаситоры бы в нее спокойно вставились. Так, давай платиновую курицу пока поставлю сюда, мне нужна кварцевая курица все-таки. Платина будет тут. Так, мы счастливы? Еще одна цинк и две клей. Нет, не особо счастливы. Ну ладно, пускай еще одна цинк будет. И здесь еще одна купер выросла. Здесь вообще еще ничего не выросло, потому что она одна. Такой себе. От них мне нужна еще одна тиновская курица, все правильно. А они дают только не очень куриц, которые... Да, у них еще 5 попыток будет. Возможно, если даже здесь дадут просто тиновую курицу, а не бронзовую сразу, будет уже неплохо, честно говоря. Но хотя, может быть, не откажусь сразу от бронзовой. Нет, тиновская. Найс. Не спорю. Найс. Оп, еще одна тиновская. Дважды найс. Так, все, тиновские больше нафиг не нужны. Спасибо. Клей можно вернуть на место. Я даже количество клей-куриц удвоил себе. Лучше без лут, скорее с вещиками пихал и сделал больше насестов. Пока ни к чему. Так может сделаешь лучше машинку и да, почему бы не сделать производство стекла автоматизмом. Так же как угольную кору поставить на смелтере кварцевую наседку. Потому что у меня кварцевая наседка не 10-10-10. Она не будет успевать, по идее, производить столько кварца. Хотя...
А, она по одному делает, Катя. Это надо нетеркварцевую курицу чисто расхреначить. А это нафиг не надо пока. Поэтому нет. Брас. Ну, окей. Я буду знать, что брасовскую в ней есть, короче. На всякий случай, видимо. Она просто дает брас. Алюминиум брас в данном случае. Который можно вплавить и так далее и тому подобное. Но она еще в квест в зачет идет. В курочке, в принципе. Когда-нибудь потом. Сейчас у меня стринговая, топазовая, рабер курица, тензоднит курица, блэк кварц курица. Этих у меня типа нет еще. Так, насчет машины получше. По поводу машины получше... Надо заняться криотиумом пиротиумом. Такс. Чикенс. Начаться. Мне надо... Криотиум пиротиум. Пиротиум. Это не тут. Хром. Синабар. Так, ладно. Давай так. Криотиум. А, вы же у меня точно, вы же через близроды делаетесь. Так, сноубол и блицрод. Блицрод это сера и базальтрод. Это салпентер и блейзрод. А салпентер сера и редстоун. Вот. Сульфур, иди сюда. Редстоун, раз, два, три, иди сюда. Ну хотя, погоди, рассоновый у меня обычный тоже есть. Да. Пыщ. И этот надолго распахивать. Мне кажется, таких куриц нет? Есть. Есть курицы на палке, а из палок делается уже все остальное, собственно. И это все остальное как раз тебе надо для крафта криотиума, пиротиума, петротиума и аэротиума. Вот, для всего есть курицы, собственно, вот эти вот. Басальтродовский. Можно даже еще больше... Ну, типа, еще круче Блейзродовский сделать здесь, но... Честно говоря, так лень, на самом деле. Хотя, с другой стороны, криотиуму и пиротиуму надо-то в больших количествах будет. И в плане зап... Хотя, не в таких больших. Но в плане запитки... Я, короче, лучше подожду. Я буду терпеливым... И хотя, с другой стороны, каждую палку ждать очень долго. Потом из палки у тебя делается сколько? Два. Из каждой палки у тебя будет два, например. Не надо так, лимон. Вежливее надо быть. Читать неприятно. Можно написать, производят в палке. Делают палки, высиживают палки. Дают палки, в конце концов. Зачем грубо-то? Придумал бог курицу и постановил, пускай для всего будет курица. Ну, типа того, да. О, еще одна серная. Хорошо. Такс. It's time. К сожалению, еще больше размножения. Значит, мне нужны тогда все четыре палка. Во-первых, мне надо освободить место, либо поставить еще насесты. И, честно говоря, наверное, скорее места буду освобождать, нежели насесты ставить. Например, пока что достаточно инвара. Вот, не надо больше, короче, инвара. Будем терпеливы. И вот, но не надо больше инвара, пока хватит. Это будет долго. Но потом будет быстрее, конечно, но пока что это будет очень долго. Так. Ну, допустим, еще стеклянная курица нафиг не нужна. Все, собственно, насесты свободные, по сути. Заходи, не хочу, называется. Так, обсидиановую курицу давай я тебя поставлю сюда. И вот будет 4 насеста для палочных куриц.
возле кактусов стенку сносим? Не хочу. Я хочу, чтобы вот этой стенки, короче, должно хватить на все. На все мои самые потребности, ну разве что, я буду постепенно заменять наш 10-10-10. 16 куриц, 10-10-10. Поставишь делаться раббер куриц для прессов, инскрипер. Там не раббер, там силикон нужен, кстати, да. Твоя правда. Бронза! Ей, бронзо! Дон-до! Уху! Бронза. Ну, бронзы понадобится много. Она нужна для всех примитивных крафтов, чтобы потом еще более крутые крафты делать. Да, бронза сюда пригодится. Так, теперь силикон давай посмотрим, действительно. Силикон. Electrical Seal, Peridot, Redstone Alloy, силикон. Силикон это sand и клей. Угу. Клей, иди сюда. Сэнд, иди сюда. Ну, это достаточно легко, на самом деле, будет. Первоначальные курицы. Статы хорошие, размножение быстрое. Зерна есть пока что, по крайней мере. Мне нужна еще одна бронзовая курица, чтобы бронзу сразу расхреначить. Опа! Красава! Слушай, прям... Чётенько! Реально чётко то, что надо прям. Круто. Так, и погоди, нафига мне ещё бронз курица? Они со своей задачей справились уже. Растон сюда. Купер и Тидна. Я не знаю, сколько у меня Купера. Давай я Купер пока поставлю, я не знаю сколько... Ну, с другой стороны, Купер и Тину можно получить при помощи той машинки, поэтому похрен. На самом-то деле. Так, это будет медленно, это уже сэнд, уже клей. Ага, и это 43% всего лишь пока. Самая быстрая курица у меня все равно здесь остается, потому что их там 10-10, здесь 4. У меня, кстати, Редстоуновой еще одна нет. Есть. Че стесняться? 5-5. Еще быстрее. И вот это вот свободное место мне нужно будет для силиконовой курицы. Опять же, того же силикона понадобится очень много. Клей. Ну и бе-бе-бе. Так, сэнд. Пыньк. Еще одна растон. Да ладно. Так, здесь 2, здесь 22, здесь... Ну, давай сделаем... Да, 18, наверное. Ну и здесь просто 7. Окей. Собственно, ребятки, вот на вот этой чудесной, замечательной ноте я пока закончу. У нас теперь есть автоматизец производства электричества, что охерительно. Плюс моба-ферма, которая просто собирает ресурсы, потому что просто так. Честно, моба-ферма нахрен не нужна вообще. Когда есть курица? Но, с другой стороны, она мне димлиты дает. Димлиты тоже полезные. Вообще, надо куриц дальше распахивать. Куриц меня радует тем, что я скипаю многие... как это сказать-то? Ступеньки прогресса, да? Многие этапы развития. Типа... Выплавление всяких вайбрантов и так далее. Что обычно очень геморройно и долго. А тут, ну, как бы тоже долго. Но, с другой стороны... Это лучше, чем делать вот эту вот хрень каждый раз. Тогда бы типа эндерпёрл, все дела. Так у тебя курица есть, ты погеморроился с курицей. И получил, собственно, силикон. И получил себе большой кусок профита. Профит. Есть еще один силикон. Найс. Все. Это ГГ. Спасибо, ребят, больше не надо. Единственное, что клей, ты у меня иди, ты у меня по-прежнему клей будешь делать. Итого у меня делается бронза, делается, не помню что, делается силикон и делается блейзрод. А, вы у меня создаете этих... Салпентер, или как она там называется. Короче, тоже нужна курица. Она мне нужна всего одна, нужная. Поэтому пуфик, в принципе.
Собственно, вот. Вот теперь зашибись, да, вполне. Даже силикон начал производиться. Не. Так, ну, наверное, давай. Уф. Вот. Но пока что... Все. I like it.